Рукой и там а -а -а, люди сквиртуют и так далее. Я в депрессии неделю. Никогда в жизни ты в Европу не прилетишь. Вот это такой штамп. А я пойду. Вот эта полоса, где, блядь? Вот эта полоса. Эй, Барри Гильдеберни, Салем, Эсквайр подкаст Хосл Ганзара, Рахмед. Спасибо большое, что присоединились. Не забудьте подписаться на наш канал, оставить комментарии. Мы все подписки, все комментарии видим. Нам это нравится и нравится, я надеюсь, нашим гостям. А сегодня у нас в гостях два интересных создателя шоу, Кимура Шоу. Но сегодня Алтенбек... Остался, потому что я начал переживать, искать пути отхода, а что делать, как вот уклоняться. Я читал, чуть, -чуть боюсь, я даже не представляю, что будет, если я увижу в реальной жизни его. я, Потому что он избегаю. Добрый, он добрый, добрый. Добрый, добрый, добрый. нормально, Да, без причины он никогда не агрессирует. Керемет, Слава Никифоров, Мадьяр Нурманбетов. Привет всем. Это он создатель. Я, если мне нужно было придумать себе позицию в этом -создатель? шоу. создатель Не, я бы сказал охуеватель вот происходящего. Ну да, это видно, вот. прям там внутри. Наверное, вот такая у меня позиция там. Я вот еще так рад был, что я даже не знал, будет сегодня Кимура, будет сегодня Слава. Я наверное рад, что сегодня Слава, потому что был бы Кимура, я наверное как-то это, как-то я думал бы пути отхода, аккурат... вот. Вот, уклоняться, вот, бояться, сидеть. Это чувство оставил далеко там. И боялся бы сейчас. Ну, вот. а что бояться тоже же не своему, нормально. Пацаны, когда первый выпуск вышел, по-моему, сутки, да, я вот так пальцы держал, думал, лишь бы он стрельнул так, как хотят ребята. Потому что когда я этот выпуск увидел, я так увидел, кто сценарий, увидел продакшн, увидел вот эту. Материться неохота дурачком выглядеть, но вот ебанутость, как по-другому назвать? Сюрреализм. Увидел вот этот сюрреализм, увидел этот мета-юмор и подумал: вот если оно не стрельнет, я очень сильно обижусь, потому что наверняка парни не захотят выкладывать еще, наверняка эта вся история закроет. Я так рад, что это стрельнуло, я так рад, что люди, я жду третий, четвертый, пятый выпуск, думаю, что еще, куда ребята, кого они еще будут ломать там? Да, следующий выпуск я думал, удивит всех абсолютно. Да, да, да. Один из выпусков, где хотел сломать человека, а не мебель, прям сильно. Прям. Это правда, да. Ну, так, такой выпуск, знаешь, он и напряженный одновременно, и сюрреалистичный, угу. типа за за рамками вообще. Это один из выпусков, где Кимура готов был сам уйти уже. Уже все уже. Уже да, уже куда. Куда сумасшедшее? Есть да. такое склонение? Да, какая, тебе вот волнует это? Вообще абсолютно. Ну вот нет. сумасшедшие. Еще, куда еще сумасшеднее? Но мне больше всех нравится как раз-таки не этот выпуск, который выйдет. Он, он крутой, типа он с ума вас ведет. Но после этого выпуск с... Можно? Э, я думаю, да. Бейонс. Да. Выпуск с Бейонс, он сам... Вот он по мне, я не знаю, он мне очень понравился. Это крайний выпуск, который мы снимали вообще в принципе в нашем пуле, типа, это был последний, и мы уже устали, и уже не было сил, но он так прошел органично, и это единственный выпуск, где наш гость, то есть сумел меня вывалить из образа. Первый раз. Первый mm -hmm. раз в жизни я, я, я засмеялся, я показал в камеру вырежете, и типа, говорю, давай заново, потому что он такой дурак. Очень смешной дурак. Очень смешной дурак. Но дурак. Не будем угадывать, да? Да, не надо угадывать. Зачем? Да, да. просто будем ждать, наслаждаться, смотреть. Ну, вообще, вы в один день все это моторите? Это же все... Это было в три дня, да? В три дня. Сколько, сколько выпусков? В один день мы сняли два пилота, потом три наших с тобой съемочных. Да, да, да. Три. Это все было конец декабря, начало января. И это вот пушится вот сейчас. Угу. Потому что монтаж э, там каждый выпуск длился, ну год. Да, ну часа два, прикинь, часа да. два часа вы насилуете себя, гостя, мебель. Конечно, все это два часа и потом я я короче в самом начале говорил, я монтирую все, я сам все монтирую и говорю, как все будет. Мне скинули первый выпуск, и я такой. Никогда больше не показывайте мне это с одной камеры. <laughs> я вообще не хочу это видеть. Дайте мне сразу 20 минут, которые вы считаете смешными. Мы что-то добавим, что-то убавим. Я, я не знаю, как Мадиар, наш режиссер, он это вывозит. Он с ума, наверное, сошел поэтому сейчас. Но у него получается, слава богу, дай бог Мадиару остаться в этом шоу, несмотря на весь сюрреализм и мета юмор происходящий там. А как происходит сама. сама. Ну, чит читки, наверное, нету. Читка. Я. <guess it's wrong> <smhamael>, <Sunday> Честно тебе скажу, вот сказал о том, что было два пилота, в котором меня не было вообще. То есть uh -huh. я был там, я грел зрителей, просто общался с зрителями, там типа выключите телефоны. Также на кафедре там. Да, вот типа uh -huh. меня в кадре нет, я так чисто, вот просто. Меня зрители спрашивают, а что будет, я говорю, я не знаю. И вот в этом состоянии я не знаю, я просто существовал весь сезон. Я действительно не знаю, что будет происходить. Потом вот два пилота прошло, Слава мне набирает, говорит, алло, завтра в пять что делаешь? Я говорю, да вроде ничего. Он говорит, давай будешь ведущим, Я говорю, так я же нихуя не знаю. Он говорит, заебись. Я такой, ну окей, а что мне делать? Он говорит, ну что-то в голову придет, скажешь. Не придет, не скажешь. Окей. Я прихожу вот так с костюмом. Это мой костюм. Потому что до меня в ведущем у него был, ему покупали костюм. Я вот так вот захожу в костюм. Первый шаг на локацию. Я вот так открываю дверь и пропускаю вот так вот двух карликов. Вот так два карлика проходят. Я все еще не понимаю, что это за шоу. Я такой, окей, что-то надел костюм, сел в кадр, я не знаю, кто в гости. Прошло два мотора. И я такой: блять, а где карлики? Их даже не использовали, понял? То есть где-то в смете есть два карлика, которые оплачены, покормленные, уложенные. Вот, целый день они вот там просуществовали, и они даже не вышли в кадр. Вот настолько это хаотичное шоу, в котором ничего не понятно. Поэтому, когда ты говоришь читка... Ноль читок. Я думаю. Это... Ноль, ноль читок. Ноль понимания, как все будет происходить. Выход Тимерлана в образе мента. Ну. А, вот это смешно. да. Он подошел ко мне, я был уже в образе Алтымбека, и типа я за полчаса до кадра вхожу в образ и не выхожу до последнего кадра. И типа когда я захожу в образ, в рацию все говорят, Слава уходит, приходит Алтымбек, и все, все поддерживают этот мир, что Алтымбек тут и нет славы никакого. И ко мне Тимирлан подходит и говорит, у меня есть выход на мента. Я говорю, выходи. Там есть вот такие шутки, я говорю, выходи, ага. все, не еби мозги мне нах иди и делай, что хочешь. И он вышел, мы не знали, Мадик поэтому так разорвался, поэтому я там так разорвался. Вообще неожиданно, очень много комиков, которых я видел в гримерке где-то вот на локации, я не понимал, что они там делают вообще. Я только когда выпуск вышел, увидел автор сценария, Тимиран Жолдубаев, я такой, а, да ну нахуй! Во-первых, тут был сценарист, во-вторых, это Тим Ирланд. Я думал, ты мент или дракон. Оказывается, ты сценарист. А по поводу, ну, тебе шатаут, респект вообще за... Вот он говорит о том, что за полчаса до эфира он там, типа, входит в образ. Mm -hmm. Вот как выглядит. Я захожу, пропускаю двух карликов, поднимаюсь, поднимаюсь. А вам привет, как дела, что мне делать. Вот так, иди туда. Я захожу, этот чувак играет на стационарном компьютере в гримерке Counter-Strike 1.6. Ты готовишься, вот. Ну, Алтенбек так готовится. Во. И он комментирует, как Алтенбек. Я не умею вот это делать. Потом он гримирует, его гримируют, и он вот так вот просто 15 минут смотрит в костер. Все, просто медитирует. Кто-нибудь из съемочной площадки Слава, он такой, кот где ты Славу увидел? я такой, а, все, все, все поддерживают, окей, я правила игры понял, Буду тоже а чтобы ты понимал, насколько там поддерживают, Алтемек в какой-то момент ходил по съемочной площадке, у нас где-то три мотора планируется, и он за полчаса говорит, мне нужен кот, мне срочно нужен кот, хочу пушистого кота, 15 минут у меня в переноске сидит кот. Был ли он в кадре? Нет. Нет. Алтенбек просто гладил кота и такой все, увидимся, родной. Все, прикинь. Чувак какой-то с образованием. Возможно, у него есть дети, семья. Он на машине едет искать кота, потому что Алтенбек захотел. Кот. Блять, он может сказать, да панжи, Хорошо, не сказал енот, не знаю. Кажется, сделали. Отвечаю, бля. Ну, шатаут вообще всем, кто в продакшене, пацаны, вы красавцы. Да, продакшн. Этот стакан мало за вас. Продакшен просто. Шотал диспет, да? Шатаут, а, шатаут. Да, да. Я думал, респект. с тех пор музыкальный лейбл. Делает? Все, все. No, no, no. 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 <laughs> Ну, продакшн, конечно, они большие профессионалы. Это был и у Режика. Первый большой проект, э, такой, и у по, продюсера, исполнительного, и креативного. То есть все было в первый раз. Но вот сколько раз мы с Мадиком снимались в разных проектах. Mm -hmm. Этот проект они делали в первый раз, но все очень профессионально. И все очень, как-то, знаешь, по времени, все очень четко. И даже пост-продакшн мы в шоке, насколько все было вовремя и как надо. И справедливости ради, надо отдать должное. Пацанам они вообще очень много... Тягучих вот этих моментов, которые могли бы на, э, напрягать, они все забрали на себя. Да, ну кота пронесли, кота захотел, пронесли, и там не было вопрос: смету утвердим, так обставил. Вообще, нет, норм. Вопрос, да, да. Асмар можешь вопрос. взять кота? Конечно, да, блядь, почему нет? И он едет брать кота. Ай. Не хочу выглядеть занудой. А шо шоу Андре Дункана, похоже, дит сразу? А, потому что я им вообще и вдохновился, но я э, э, шоу Эринка Андре, когда увидел, я такой, ну. Где-то мне это нравится в силу того, что это что-то необычное, uh -huh. но слишком сюр. Вот я его. Я, я, я за ним наблюдаю, uh -huh. за комиком, и я его и стендап смотрел, я такой, ну какой-то слишком сюр. И у меня как-то это отложилось, что я бы хотел что-то такое. Uh -huh. И вот я сейчас расскажу историю, как мы вообще, типа, познакомились с этим продакшеном. Я я, это очень смешно. Я переехал, вернулся домой с Москвы, я 4 года там был, домой вернулся. И вот у меня что-то, Алтенбек форсится, мы что-то снимаем, стендап, залы собираются. И я еду от мамы, вот из села, на такси приезжаю там, где я сейчас снял квартиру, я ее только снял и только переезжаю. И я еду с огромным количеством пакетов из вещей. Вот представь, когда ты переезжаешь, вот этот вайп такой... И я выхожу из такси, и у меня руки очень сильно заняты, и передо мной э, мой э, чемодан на колесиках. И я его пинаю. Я вот так иду, uh -huh. пинаю, он откатился, и я вот так иду. Пинаю, как змейка, блядь. Раз. Раз. И вот так вот потихоньку э, uh -huh. что-то пытаюсь донести его до своего подъезда. И вижу, как тип идет ко мне и такой давайте я вам помогу. И я думаю, бля, опять фототься, я так устал фототься. А это, ну, я неделю как фотою с людьми, а. а я уже охуел внутри себя, я такой, я устал фототься, может, не подходи ко мне. И он говорит, а это ты? И я такой, бля, да я, опять. И он идет что-то что-то объясняет, я говорит вот занимаюсь продвижением Дамира Исмагулова, бойца UFC, мы mm -hmm. в спортивной сфере работаем, давай увидимся, поговорим, придумаем какой-нибудь совместный проект, подкаст какой-нибудь. Я такой да, давай увидимся и на три недели загасился дома, вообще не беру трубки, ничего, болею что-то и короче это оттягивается, оттягивается и в один момент я такой все все еду, приезжаю на встречу, мы сидим обсуждаем, что мы можем снять. И он говорит давай подкаст снимать. И я что-то думаю, какой подкаст? Late Night Show, давай снимать. О. И он говорит, точно late night show? Я такой, ну да, точно late night show. Угу. Два-три дня он мне скидывает декорации, мне скидывают типа локацию, где это все будет. Все, мы все снимаем. Меня спрашивают, ты вывезешь без сценария? Я такой, абсолютно вывезу. Просто нужен соведущий. Нашли соведущего, погнали сниматься. Самая большая проблема была в гостях, потому что гости не могли соглашаться, потому что они не знали, что это. Ну, типа, мы не могли ни пилот, ничего не показать, и поэтому в пилоте у нас снялся вообще Фаниль Рафиков и Саган Казбек. Казбек на тот момент выиграл пояс чемпиона мира. Uh -huh. И это было через неделю, мы его позвали, и во второй пилот мы позвали Делю и Наймана. Uh -huh. Найману огромный респект, потому что он согласился на эту штуку, потому что никто больше не соглашался. Он с Делей согласился в день своего рождения. Cool. Он пришел в день рождения сняться в пилоте, просто поддержать проект, типа, потому что он говорит, ну, что-то прикольное будет из этого. Uh -huh. Но мы ä, планируем сделать так. Я надеюсь, что типа, мы осуществим эту херню. Эти два пилота мы соединим в один. И выпустим в конце всего сезона документальный фильм, как это все снималось. Угу. И с кадрами с рук, где пацаны бегали, в гримерке снимали все. То есть всю внутреннюю кухню показать, потому что в моменте, там, где мы разрушаем всю хуйню, Жека видел. Я не сильно прыгал на эту ширму, потому что у меня была травма колена. А, кто -а -а. ширму в итоге Жека сам же и сломал. Сам и сломал, но я мог ее сломать эффектно, но. Не смог, потому что я за, за день до этого решил побороться, и у меня хрустнуло колено, опухло, и я там пытался, короче... Uh, как-то вот эту боль типа скрывать и держаться в образе и когда эта херня вылезла я такой я так хочу я так хочу прыгнуть uh -huh. я разбегаюсь прыгаю и все равно знаешь страх такой то что а сейчас кресты порвутся зачем мне это надо и короче разбег мощный а потом да 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 разбег такой мощный был а потом такой о я не готов ложиться на операцию я знаю что такое порвать кресты ну короче вообще это какой-то случай где мы познакомились с вот, Саломом это продюсер этого шоу, он нас познакомил с Мадьяром, режиссером этого шоу. И по итогу мы как-то все так у нас сработалось, появилась химия, и мы вообще заряжены на второй сезон. Абсолютно. Кайф. То есть вообще. Как-то вот судьба, знаешь, свела сама на парковке, на парковке моего дома, uh -huh. где он провожал там э, кого-то, кому-то помогал, тут увидел меня, и он говорит, а я тебя хотел найти, не мог выйти на тебя. Потому что у меня на тот момент ни менеджера, ничего нету. И типа все мои запросы в директе, в там 474, я такое я не буду открывать, потому что половина из них мне угрожают за мой акцент. Uh -huh. Типа, зачем ты позоришь? Казахский язык, а я не позорю казахский язык, это персонаж у меня такой. Он говорит mm -hmm. на русском, там со своей историей, потом объясню, почему он так говорит. То есть К по воле случая просто. Куда эта смета уходит? Я в я в аккаунте Palm Production YouTube канал. Когда я увидел тизер, я такой, о. Потом думаешь, ну сразу, когда выходит, где это выйдет? Я думал, потому что выйдет, наверное, на чем-то чё, на крупном, потому что тизер говорил о том, mm -hmm. что все очень красиво, что есть сценаристы, есть там команда, uh -huh. все это чувствовалось. Потом Palm Production был, ну ж Ким Крисин, да? смотришь что-то бойцы и думаешь, М -м. Mm -hmm. Казах, так, еще дальше, думаешь, то есть не не клеится и до сих пор, наверное, не клеится у кого-то. Uh, я думаю, это не клеится, потому что в первую очередь это ассоциируется со мной, и все ждали от, ну, на моем канале, либо на канале каком-то крупном, типа uh, как Medium Quality, который занимается. Да. Но прикол в том, что palm Production это продакшн, который только начал свой путь, uh -huh. и он начал его сразу, с кем То есть, это вообще uh, они начали заниматься этим. Uh, как-то знаешь, в параллель э, с развитием э, спортсменов, они mm -hmm. там занимаются менеджером бойцов, менеджером футболистов, у Алама там куча футболистов, с которых он. Ну, занимается их трансферами, переговорами, там mm -hmm. Хайрат кого-то дает в академии Финирбахче. То есть у него вот такая вообще работа. Кто бенефициары всего этого? Бенефициары... Вы зарабатываете на этом шоу? Что это такое? Кому деньги идут, кому это интересно? А, это абсолютно минусовой проект. Почему интересно? Потому что там фурнитура больше 20 минут не держится. Там ее разъебывают. А так? Кто это заработал? Кто это зарабатывает? Никто не зарабатывает. А, ну я заработал. Не, мы мы заработали. Да. Вот мы. мы заработали как а, артисты, и да. а актеры этого шоу. И скажу больше, я был в шоке с порядочности продюсера. Вообще, а, да. у, насколько у нас были некие, ну, я не могу полностью подробности раскрыть, некие конфронтации, которые в итоге mm -hmm. разрешились. Mm -hmm. И мы вначале все решили рукопожатием, что я все выполню. И мы пожали друг другу руки. И я расписывался только за прием и, и получу, э, получение денег. Uh -huh. И все. То есть я не передавал права, ничего. Он говорит, просто не снимать такое же шоу на другом канале. Uh -huh. И все. И мы пожали руки, и я сказал, что я все выполню. И у нас потом были некие конфрактации с другой стороны. И с этой стороны, когда э, мы все решили, и я все-таки выполнил те обязательства, которые я говорил по рукопожатию, После этого мой гонорар сделали x5 от того, что у меня было. То есть, за, просто за то, что я был типа на, на своей позиции, и я такой: Я пожал руку и я выполню то, что я должен выполнить. И они выполнили то, что они вып должны были выполнить. То есть, там нету букмекеров, да. там нету алкоголя и там нету тех спонсоров, которые нам неприемлемы. То есть условно. Был момент, когда нам, я не знаю, это можно рассказывать или нет, но я это потом спрошу. Про площадку ты имеешь? В виду? Да, да, да. Некая площадка с синим логотипом. Угу. Скажем так, пользующаяся популярностью у парней в плане анонизма и по... пиратского контента. Да. на стене которой раньше можно было рисовать граффити. О, Еще да. так. Вот это наоборот осложнило. От откуда вы взяли эту фотку? Откуда мы взяли эту фотку? Вот эту фотку. А, вот все, это понял, с какой вот Да, да. Это некая площадка. Куда предлагает... не стоит нырять, если ты примерно вот там как-то побыл, потом ушел в нормальные площадки. Вот сейчас, если нырнешь, может быть, стыдно за переписки, за материалы, которые ты лайкал, да, добавлял да, к да. себе да. на вот эту стену с граффити, да? Да, и да, всего да? У вас там до сих пор в братьях и сестрах люди, которых вы уже потеряли. Прикинь, до сих пор заходишь в отношениях там с кем-то. Отношения к алкоголю резко негативные. И вот это от и в площадке было предложение, ага. а, типа, наше шоу выпустить у них, и второй сезон тоже у них. И а, сумма была внушительная, очень. И там бы а, в силу порядочности продюсера, опять же, мы бы все заработали. И он, и я, и сценарист, и даже Дракоша, который вообще больше не появлялся в сезоне. Но мы вот с Мадиком ходили и рассуждали, что мы ради денег в этом шоу, или ради, чтобы нас узнали, и что вот на казахском Ютубе есть вот такое шоу, вообще не имеющее аналогов пока. И мы выбрали вот этот путь, uh -huh. и они могли сделать таким образом, что без нашего мнения продать и оправдать все это в X2, то есть и снять второй сезон, и даже не снимая второй сезон, оправдать все то, что они потратили. И они послушали нас. В, на в надежде дальше с, с перспективами в будущем, во втором uh -huh. сезоне. То есть сейчас у нас нет каких-то рекламных огромных контрактов, есть какие-то предложения, но вот мы избирательно очень к этому подходим. Поэтому шатаут продакшн продакшену, парни, от души, что вы очень в первую очередь респект. парни. Я вообще, а да. касательно вот денежного вопроса и меркантильной части, честно тебе скажу, у меня ну, вообще не стоит вопрос там зарабатывать, когда я услышал об этом предложении, потому что и в целом я и приходил не зарабатывать. Я пришел, вот как я и рассказал, и когда в конце съемочного дня у меня Алым, знаешь, как вот на свадьбе там пойдем отойдем. И отчитывать деньги. Я такой, а, да ну нахуй! Еще и платят деньги. Я говорю, вообще смело завтра и послезавтра я приду. Я могу костюм этот вообще, вот хоть изнасилуйте его. И вот кайф, так что это было просто приятным бонусом к тому, что я хотел поддержать проект, который был. У и то есть мы, мы до сих пор сейчас с этим продакшеном вот, очень, mm -hmm. очень близко общаемся. Мы вхожи в их в офис. То есть mm -hmm. мы нам с матиком, допустим, надо где-то пописать шутки. Мы просто говорим пацаны, можно мы приедем, попишем шутки. Мы приезжаем, пишем шутки, играем по плойку, уезжаем и чувствуем себя как дома. То есть, вообще, это очень очень крутое случайное знакомство, которое привело вот к такому проекту. Очень здорово. Это очень здорово. Плюс еще такая лояльность приятная, да, когда, ну, с чемоданчика началось вопрос помочь, Вообще а потом ты ты типа, же Это же. Этот же. И ба бах 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 шахта, вот эта вся большая история. Да, Мне кажется, она может еще родиться потом в еще кое-что, если эта лояльность, она продолжится, ничего не нарушится, Конечно, ничего да. третья рука, четвертая рука в, этот, в эту семью, назовем так, не залезет, вот. то это все может превратиться вообще в кино, в другое шоу, в какие-то подборки. Наверняка вы фантазии, наверняка вы уже разгоняете. Тем более, когда есть такая команда, которая вроде вот она как раз таки талантливо все это упаковывает. Мне нравится находиться в неведении вообще того, что будет именно в этой стези. А и ты вот так и попал и туда, да? Да и до конца таки остался. И вообще, ага. Мне нравится. Просто вот закидываешь мозг в критическое состояние, что-нибудь выдаст. Да и кайфуешь. Не просто. выдаст, не даст. Но я, кстати, тоже, когда мы mm -hmm. планировали это шоу, у меня не было задачи именно заработать типа с этого mm -hmm. шоу. У меня была задача держаться в образе за полчаса до кадра и до последнего кадра. То есть для меня была вот такая э, актерская задача, которую я хотел вып выполнить. Я уже до этого понимал, что я могу держаться в этом образе где-то минут 10-15 спокойно, 20 минут, потому что я там э, огромное, огромное спасибо Вере Дровенниковой, которая помогала мне в Москве и обучала актерскому мастерству. Но очень интересно, что когда вышло шоу, она от меня отписалась. Стыдно стало, да? Во что ты превратилась? Я ей писал потом, типа, я что-то не так сделал. Я плохой человек. Она говорит, нет, я слежу за тобой. Типа, не в этом проблема. Видимо, я просто... 15 тысяч рилсов в день же у меня выходит. No. Поэтому я уже, наверное, кому-то просто надоедаю, знаешь. Типа, на мне люди, поэтому некоторые не подписываются. Некоторые, наоборот, такие Вау, круто, что так много. А некоторые такие, да хватит. Откуда вообще идет это расстройство, когда от тебя отписался кто-то вот для тебя важный? Я помню, ты очень был грустный, когда от тебя отписался скриптонит. Потом мне попался в сеть э, Асхат э, Ниязов такой, от меня отписался скрипта не И грустные такие ходят. Я ну, человек кнопку нажал, и такое сразу расстройство. Да, это знаешь, это мы с ума сходим от этих социальных сетей, и типа. Я вот после этого начал задумываться об этом. И после этого, надо честно быть, я начал подписываться на рандомных типов, которые меня лайкают, и через три дня отписываться. Для того, чтобы это расстройство было у Просто них. Просто серьезно. Вот такой <связывающий> да? движняк. Ну, ты знаешь, что Дрейк подписывался на... Вы знаете, да, эту На кого? Дрейк подписался на чувака с Московской области, который занимается что-то полами. А -а -а. Вот такой движняк. И у него спрашивают, почему Дрейк на вас подписывал? Он говорит, мы друзья. Какой нахуй друзья, ты думаешь? У меня с МД так было. Я обожаю творчество МД. И типа, как выяснилось, он смотрел стендапы, кайф, вы подписались друг на друга. Я такой, бля, кайф, кайф. Ну, типа, МД, мне нравится, я его так или иначе треки слушаю. Потом он отписался, я такой, я ненавижу тебя, МД. Я ненавижу тебя, МД. Иди нахуй со своим рэпом, да, сука. А сейчас тут там, типа, что-то осел, я такой, блядь, какая разница? Надо разделять творчество там, типа, и вот какие-то социальные сети, без разницы. На меня же не подписан Джей Зи, но я же не, ненавижу из-за этого Джей Зи. Ты менял аватарку, когда Kanye West презентовал альбом свой, помню, Дон до один или какой. Ага. Да? И в черный? помнишь, да? да? Да. Все, кто меняли в черной аватарке, в на них подписывался. Серьезно? Да, у кого была просто черная аватарка. Моля. прикольно. Надо было залететь в этот блиш. Блин, да. Но он же отписался потом от всех. Ну. А, ну ладно. Уже все уже. Блин, знаешь, по поводу лояльности просто так еще задумался, потому что. Сколько вам же? За 30 же уже тоже. 28 мне. 26. 28. Да. Ничего себе, Слава. Я борода, думаю, ты... борода, борода. Вот брат. Борода, борода, походу, борода. да. Когда да. я бреюсь, мне 13. Я поэтому не бреюсь. Но есть с чем сравнивать. Вот ты когда растешь, у тебя там по пару друзей. Не знаю, бывает, везет людям, они остаются, бывают, теряются. Потом, по школе, вообще, школьный движняк, вот вы еще с одноклассниками общаетесь прям. Вот общение есть у вас такое. А, Потому мне... что знаешь, бывает, бывают <с классы <с такие дружные, а бывают вообще какие-то чаты есть. Ну, так, так, что-то рядышком ни разу. Мне недавно написал мой одноклассник: когда увидел тебя где-то. В WhatsApp. Я не знаю. Я думаю, кстати, он маловероятно, что видел. Он мне написал, есть пять тысяч. Ага. Я говорю, брат, а что случилось? Он говорит, да я просто в тюрьме сижу. А пишет он мне с WhatsApp бизнеса. Бизнес? Бизнес аккаунт у него. Я такой, ебать, так у тебя вид WhatsApp бизнес, у тебя дела лучше, чем у меня. И вот он периодически только по этому поводу и звонит и пишет. А так у нас был действительно дружный класс, но зачастую, когда я вижусь с большинством моих одноклассников, они вот спрашивают меня, какие-то вопросы касательно вот медиа структуры и причем не такие которые вот какие планы там типа когда там концерт или еще что-то а из вопросы из-за разряда бля вот Джеков в Донерке бесплатно хавать а вот эти вот с Юфрейм они наркоманы или не наркоманы? Вот, вот такие вещи ага. их интересуют. Вот, и поэтому чуть реже, но все-таки общаюсь до сих пор и сильно люблю своих Я родителей. не с многими общаюсь, но я точно поддерживаю общение с одним из них. Мы с ним со второго класса учимся. Мы учились в школе, мы учились в колледже вместе, мы работали в одном месте, потом я свалил в Москву, вернулся, и мы по сей день общаемся. Мадьяр Абдулов, а -а -а. видеоограф, видеомейкер, владелец маркетинговой компании Enigma. Ты окружил... Но это себя. он, потому что еще есть в продакшене он двигается. Если Нет. бы он вообще как-то, ты бы, наверное, Это другой. Пути разошлись бы. А, ты, а, все, окей. Ну, да, вот про ты... Мадиара. Ну а мы как будто всегда с ним были, знаешь, одного типа понимание ага. э, этой жизни, что мы там в колледже учились, в медицинском мы понимали, что мы не будем работать, ага. и нам надо как-то двигаться, и там как-то вместе двигались, спортом занимались. Потом, когда разошлись, э, я перевелся просто в другой колледж, где можно заочно в медицинском. Серьезно? Медицинский да. заочно. Ну, мой диплом не действителен. Он, э, Но их... он действительно заочно, да, брат? Да, заочно, действительно. А так он вообще не имеет никакой юридической силы. Охуеть. По сути, я без образования. Такой диплом, который распечатали, а сзади еще вот старый реферат. Да, такой, да, ли? да, вот он, такой да. диплом. Да. Чтобы ты понимал, когда я пришел на экзамен, на меня смотрел преподаватель, это врач. Угу. И она на меня долго очень смотрит и говорит, ты кто? Я говорю, я Вячеслав Никифоров. Она говорит, зачем ты пришел? Я говорю, я, я экзамен пришел сдавать. Ты же не учился. Я говорю, ну я сдам. Он говорит, встал, вышел отсюда. Uh -huh. И я такой, почему? Он говорит, ты как выглядишь? А я выгляжу, ну круто. Ну смысле, как круто? Вот, вот так Да, да, как да вот, вот так. Ну в смысле, я накачанно выглядел. И он говорит, ты как выглядишь? Ты я думала, голый пришел это... накачанный или? Нет, я пришел в майке, бля. В шортах. А, да. Майка, еще знаешь какая майка? Там две голые бабы. Я тогда фитнес-тренером работал. И, ну, типа, карикатурным фитнес-тренером. Знаешь, такой... А почему мне нужно уйти? Да, в лосинах с Что? Что-то не нравится, а выход мой там да, 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 или там. И она меня выгнала, и я потом пересдавал, типа, но сдал все, но в итоге у меня диплом, он в медицинском как, ты сдаешь, типа, экзамены обычные, тебе говорят, да, ты готов, к чему готов? Защищать диплом ты готов. Типа, ты не такой идиот, как мы думали. И потом ты едешь в специальное заведение, где тебя уже настоящие врачи с огромным опытом проверяют, типа, на профпригодность, и вот я забрал диплом с колледжа, и не поехал туда, потому что я знал, что я не буду работать, и вот примерно у нас с Мадиком всегда вот была такая, в такое вместе понимание, мы вместе и двигались, и спортпит вместе торговали, и потом вот все равно мы как-то, да, ну вот знаешь, это такой друг, с которым я могу не общаться там 3-4 недели, и вот без вот этих привет, как дела, вот он такой один в жизни, таких у меня где-то, три. Ну тебе повезло наверное. Да, мне очень повезло с друзьями. Я mm -hmm. так рад, что типа у меня есть э, друзья, которые меня окружают, они честные и типа у меня есть как минимум вот три друга с детства, с которыми мы можем не видеться очень долго, но встретиться и как будто мы вот также в чемолгане пытаемся собрать деньги, чтобы поехать в Апорт посмотреть Люди X. Mm -hmm. Вот их вообще, бля, я так люблю и так. Так рад, что просто так сложилось. Еще Мадьяр появился в моей жизни. С ним как будто я тоже с детства вообще общаюсь. Ты окружил себя исключительно талантливыми Мадьярами. Да, только талантливые Мадьяры. Спасибо, брат. Да, Еще может. нормально. Ой, а знаешь, я сейчас глубоко наверное, копну. Но вот тоже недавно. Вот почему-то душевный хороший разговор получается с дядькой, с родным дядькой, с которым давно не общался. Вот угу. И что-то какие-то семейные события, что-то вдвоем на кухне, что-то. Ага, Ике, ты он такие вещи рассказывает, о которых там мама не рассказывает. Такие, ну, интересные. Uh -huh. которые, ну, никогда тебе их нормально не А дядька такой, он такой, ну, 20 лет разницы, он накидывает. И мы стали задумываться, потому что я родом Стараза, ты вообще чемолгана, да? Да. Мадик, Мадик повезло, Мадик Алматинский. Тастак. Да, ты, не, ты не потратил жизненно невосполнимый ресурс на переезд из села в город, на освоение в городе. Более-менее повезло. Да, в Тастаке. Не, ну я бы не сказал, что мне не повезло с селом. Я очень рад, что я именно из села. Оттуда очень перспективные люди выходят. Да. С Чимолгана очень перспективные люди. Да. Главное. <свят> Надеюсь, он придет во втором сезоне. <свят> 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 вот. Я к чему веду? То, что ты говоришь, что одноклассник сидит, да? В Чимолгане. Сколько людей сидит, твоих одноклассников? Ну, наверняка тоже сидят. Нет, -то... не од... одноклассники не сидят. Ну, блин. Одноклассники никто не сидит. Нормально но, но у тебя школа. Но смотри, много Я кто. Вспомнил, у тебя школа с бассейном У, женщина, у меня школа вообще. с бассейном была. У меня Я была... себе. Да. да. Я не рассказывал тебе. А у тебя спортивная какая-то школа была? Нет, смотри, у меня была школа гимназия в селе Шамалган, и это была школа первая вообще в селе, которая была с бассейном. То есть она. Вот мятежный дух смотрели же? Ну да по вайбу то же самое. Шкафчики, душ, типа, все очень круто. Мио, Пабло сосуд. Конечно. <связывая> но, знаешь... Могло создаться впечатление, что и преподают там, как в обычной сельской школе, но все карикатурно. Ни хера. Там так тебя выдрачивали. То есть я был абсолютным троечником. То есть вот абсолютный троечник. И когда я перевелся в среднюю школу, а, но она тоже была с бассейном. Она Чимулгане. была новая, да. То есть новая школа построилась возле моего дома, и она была средняя, тоже с бассейном. Я туда пришел, и я чуть-чуть впереди был. Чемоган это как будто казахстанская ваканда, да? Все с бассейном, все. Там сейчас огромный спортивный комплекс. Огромный как Олд траффорд. Я вообще в шоке. Серьезно. Я тебе клянусь, да, там просто... Давненько я не был в Чемолгане Никогда разгонять. ты там не был. Надо сгонять. Там очень круто. Да, mm -hmm. у нас не было такого... То школьного. есть, ну понятно, что я был в слою населения, который был не совсем... Э Богатый. Ты правильно понял, братан, бассейн. Б, братан, у нас были секции плавания. Мы занимались плаванием. Не так, что три пятилитровки и воображения. Прям вот бассейн. Нет, да ну надо. Приносишь школе. справку: что ты типа у тебя нет никаких заболеваний, да, кайф. проходишь медкомиссию, идешь на плавание и занимаешься три раза в неделю плаванием, выступаешь на соревнованиях, ездишь куда-то, чем-то занимаешься. И у нас было очень много секций. У нас был уже со второго класса у нас был предмет ритмика. Это. Да, в Чешках двигаешься танцуешь. В Чешках двигаешься, танцуешь. Потом mm -hmm. у нас физкультура, потом ты выбираешь секцию, на которую ты хочешь ходить. Это типа легкая атлетика у нас была волейбол, баскетбол, футбол и что-то еще у нас было. И, короче. Тебя удивляет это? Конечно. Меня очень сильно удивляет. И все бесплатно. Фипец школа. Все бесплатно. Рядом со школой был ДК, где был бокс, тайский бокс. Тоже Прикинь, это просто бесплатно. типа город, в котором, ну, не воруют где вот ну просто вот директор он не ворует прикинь они оказывается все такие должны быть просто именно там вот он там не всем можно этот пока второй сезон тоже не да ладно это какой-то момент касательно секций секции ты говорил легкая атлетика волейбол баскетбол ритмика ритмика это был обязательный урок да, я очень сильно удивлен этому. В моей школе вот подобного даже не пахло. Какими-то секциями. Вы монетками пробивали тут до крови, наверное. Да, и... максимум. У ну, нас из, секции, из, да? из видов спорта только вот эта движуха. Хорошая. Двоих поймал. Наш. Вот, это единственный спорт в моей жизни. Который со школы. Ну, там надо честно сказать, и преподавали очень сильно. То есть, там типы, которые. Был тип, который в Гарвард поступил после этой школы. Серьезно? Да, отвечаю. У нас... Был вот мой кент, который уч, с детства как раз таки, Исая Байгиреев, который учился на год старше меня, он по поступил после этой школы в КБТУ, и в КБТУ он на лайтах двигался и все сдавал. Нормально. не вообще мой тейк, он сразу рушится, потому что я вообще что хотел сказать, что э, философское еще такое, по-моему, mm -hmm. по это по канту, где сознание определяет бытие, а есть где бытие определяет сознание. Mm -hmm. И вот когда ты, например, с очень... o esvima vai Поселка, где вот половина твоих одноклассников сидит, uh -huh. да, и ты немножко такой чуть-чуть, ну, другой там учишься, что-то развиваешься, uh -huh. работаешь, то это как будто бы сознание определяет бытие. Потому что где бытие определяет сознание, на свай а нет, а по идее, uh -huh. да, по идее. Uh -huh. Вот, ну как ты говоришь, чем там у вас один гав, я не, все, это да их сразу рушится немножко, потому что здесь, Но как будто у меня все равно. Был, смотри, ну, у меня какой контраст был в школе. У меня вот такой вайб, где есть типа бассейн и все круто, и все в костюмчиках. Выглаженные, красивые. Но я жил в районе и общался с пацанами, которые не совсем uh -huh. гимназисты. И типа и на свай был в жизни, и все было в жизни, но я очень вовремя как раз-таки попал на бокс просто. Uh -huh. И типа потом я понял, что это, оказывается, не нужно. И только из-за этого. Но у меня есть и друзья, у меня там есть знакомые как раз-таки из этого села, из этого района, которых посадили, которые пошли не туда совсем. То есть это тоже видел, но, наверное, да, школа тоже сильно повлияла, что я увидел, что есть немного другая совсем какая-то призма. Uh -huh. И я такой, ну точно я уеду, ну, типа, покорять. Вот как ты это увидел? Вот потому что все люди, все люди видят то, что есть в интернете, все люди видят то, что есть в книжках, наверное, все люди ходят на одни и те же фильмы, У нас более-менее всех людей окружают одинаковые вещи, но есть личности, которые вот что-то, ну нет, вы наверное вот так буду делать, а есть люди, которые вот так буду делать. Я очень долго задумывался, что вот это какое чувство это людей, зов какой-то, голос какой-то, да, он, он ведет туда и человек начинает вот в эту сторону делать, в эту сторону идти. Оглядываясь, оглядываясь вот на себя, ты же, наверное, не скажешь, что, что я сверхъестественный человек. Я там по-другому думал, я другие вещи делал, да? Я yeah. сам до сих пор на это ответить не могу, потому что я смотрю на свой опыт и типа путь, который у меня был. Uh -huh. И вот этот голос, как ты говоришь, который меня вел, я не знаю, откуда он был. Я клянусь, я до сих пор не могу определить, откуда он и что именно мной двигало в тот момент. Потому что я пошел на бокс очень вовремя. Очень вовремя я добивался там успеха. Я думал, что я буду в UFC. И типа все, что меня окружало, это бои и только типа единоборство. Потом я получаю травму. Uh -huh. в, ну, как будто в нужный момент я получаю эту травму. Понимаю, что я уже не, не тяну те тренировки, которые тянут пацаны. А мне некогда думать. Я сразу начинаю работать тренером. Начинаю выступать э, в стендапе. И как, смотри, как я начинаю выступать в стендапе. Я в депрессии неделю. То, что я завязал со спортом. Типа я больше ничего не умею, я не учился толком. Я думал, я все all-in поставил. Прикинь, вот на это. И это все заканчивается, и я начинаю смотреть КВН в захлеб, чтобы забыться. камеди uh клаб -huh. убойная лига и стендап. Прикиньте, стендап просто нахожу и начинаю смотреть его. А до этого у меня была попытка собрать команду КВН, не получилось, как раз таки там вот был Мадик Абдулов, и мы что-то не получилось, ни хера, я говорю, я в стендап пойду. И он говорит, а куда ты пойдешь стендап? И я сижу ВКонтакте, ною, вот я ною прям, я такой, куда я пойду? Надо ехать в Москву, я не знаю, где аэропорт даже. И сижу ною страшно, не понимаю вообще, что мне делать, и ко мне в друзья, прикинь, в этот момент добавляется открытый микрофон Алматы. Я. Это была Ева Селиверстрова. Господи, никогда не выговорю имя. Ева, Ева, прости, Ева. Ева, прости, пожалуйста, это матушка стендапа алматинского И она мне пишет: привет, не хочешь прийти зрителям? Она, видимо, зрителей набирала. Или выступить. Mm -hmm. Я такой, а когда можно выступить? следующий четверг. Напиши три минуты, приходи, типа, я тебе помогу, если что, добить шутки. И я аж встал, у меня, у меня мурашки по коже, я хожу по комнате и такой, я все я буду писать шутки написал какие то шутки пришел выступил и вот в тот момент я понял а все я вот этим буду заниматься а, оглядывался назад типа ты начинаешь вспоминать откуда все это пошло и вот это, у тебя эта история блестящая mm -hmm. типа она понятная откуда пошло тебе в друзья добавился открытый микрофон ты был в депрессии но бывает, нравится, как Илон Мас говорит, типа, хочешь что-то попробовать, попробуй первые полгода, получишь обратную связь, результат там, деньги что-то, что-то еще, какие-то лайки, что-то обратную любую обратную связь. И поймешь, нравится тебе или не нравится. У тебя путь проделан давно, у тебя, Мадик, тоже путь проделан давно со стендапом. вот да тоже, был. тоже был же момент, что у тебя КВН, 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 потом, ну, парк такой. Ну, КВН, ну, в моем случае mm -hmm. чуть легче, там, КВН закончился, потому что... У университета не было желания уже оплачивать там поездки, хотя мы закончили как раз став чемпионами там одной лиги. Uh -huh. И как раз я уже выпускаюсь, и типа домашние разрешили там типа на протяжении полугода как раз-таки примерно чем-то вот себя занять. Я подумал, попробую монетизировать uh -huh. вот э, тягу к юмору, и вот за полгода получилось, и дальше просто вот до сегодняшнего дня я просто занимаю каждый свой день каким-то занятием юмором юмора. В разных его вариациях. Uh -huh. Сегодня я здесь, завтра в каком-то шоу где с нейросетью общаемся, послезавтра завтра Потом комики там решают проблемы. Комики решают проблемы, через два дня па через четыре дня там Слава говорит, что он построил декорации, их можно разъебать, давай попробуем. Через семь дней, блядь, угадываем мелодии за три тысячи за вход. Ну там, блядь, вот все-все-все. Да, все, да, все, да, и да. вот под, просто поддерживаю эту мышцу, стараюсь, чтобы она вот не расслаблялась. Не было мыслей, просто мне недавно тридцатка исполнилась, что-то меня чуть-чуть пару раз понакрывало, такой, что делаю, зачем я это делаю? ?duc. Вот <судить> <"Porfix> у меня есть... Почему я это делаю? И ты, я начинаю думать, зачем я это делаю. Я вспоминаю, что я там в подкастах, потому что был карантин, <woo kitty> я такой, а, что делать, И вот нашел парочку, потом, блин, классно, классно будет здесь запустить. Здесь сделал, потом вот Эсквайр завертел, закрутился. Потому что я также ходил в стендап такой. Да. Я понял, каково это такой джох Джарс Джарайда. Я научился играть музыку. Я научился играть музыку диджей. Я такой тоже вышел там в пару значимых мест. Потом такой Джарс и Дзиндом Джарайда. Типа, знаешь. Это <laughs> <laughs>, да, да, да. пробы ошибок, да, бро. Ты типа вот выискивал вот ту стезю, в которой тебе станет настолько интересно, что ты останешься в ней, верно? Или... Да. Но в любом случае ты начинаешь вспоминать, как тебя затянуло. И вот, например, тебе не обидно, что тебя затянуло, потому что тебе в друзья добавился открытый микрофон. Мне не обидно, я так рад. Типа, вдруг типа... бы ты другим занимался вообще. Я вообще не хотел бы другим заниматься, потому что я вот, оглядываясь назад, пытался разобрать, почему мне нравится, типа, именно юмор смешить людей. Потому что я вот всю жизнь себя помню, я типа был вот таким, знаешь, и в школе такой, что-то где-то, ха-ха-ха-ха, и на тренировке, ха-ха-ха-ха-ха. И я типа думал, откуда вот прям любовь к комедии дома была всегда, знаешь, такая у меня не совсем здоровая атмосфера, потому что у меня отец пил и да. типа я это наблюдал и типа как-то как-то всегда скандалы что-то что-то я еще отдельно от мамы живу там с бабушкой с отцом а, там к маме езжу там что-то это 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 все наблюдаю и всегда дома все ругаются, но все переставали ругаться, когда мы вместе садились за телеком и смотрели кривое зеркало, мы все угорали над пчелой, все угорали и потом после этого, день-два, мы ходили, обсуждали это. Шутки эти, да. Шутки эти, друг друга, типа, подкалывали как-то. Отец у меня тоже э, юмор вкидывал. Бабушка, дедушка. Все, короче, все на юморе. И я понял, что комедия, она объединяет. И, типа, я ее так полюбил из-за этого, что, типа, я так рад, что как-то, каким-то образом... Я не знаю, какие-то... Если это случай, я не знаю, кого благодарить. Вселенную, господа, я благодарю всех абсолютно и каждого Еву. и Еву в первую очередь на данную на на данную секунду, что она именно Вячеслав Никифоров вот этот тип полотенца с прессом, да, добавить, пригласить, пригласить нас. Вот такого чувака, вот такого чувака добавила она. Да, да, вот такого. В одну социальную сеть и написала, прикольно, прикольно. А у меня случай, ну, то есть, я, я, вот ты с момента твоего желания выступать в стендапе до сообщения мало времени прошло, получается. А в моем случае я вот очень сильно хотел выступать в стендапе, я уже придумал типа шутки, но я боялся идти на открытые микрофоны, потому что думал, там нужно что-то покупать. Я думал, блин, поднакоплю денег, наверное, и потом пойду. Вот реально у меня Типа как комик боялся идти. Да, 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 типа, блин. А, типа время покупать. Да, да, я вот типа вот Вообще не ходил по заведениям. А -а. Вообще не ходил. Вот, будучи студентом, я думал, я зайду за вход только 80 тысяч долларов. Я вот за это боялся. И вот так вот год-полтора, там, два просуществовал, потом В окна мы... смотрел. Да, да, да. Чувствовал вот, слом у него был, блядь. И вот потом, когда мы начали свою движуху делать, я тогда понял, что. А, блядь, бабки вообще не нужны были. Тут порог вхождения в стендап нулевой. Дойди до клуба и все. Выступил, иди. Конечно. Просто возьми микрофон, выйди. Да. Больше ничего не нужно. Даже в грязном, может выйти. Особенно в грязном. Mm -hmm. Особенно в грязном лучше всего выступается. Ой. Когда были ребята, Даник, с Ярки Буланом команда КВН Спарта а, я смотрел, они говор... это, смотрел да. да? Очень много вопросов в а, каждом А да? <laughs> да не, я к ребятам или? Да не, не, наоборот, мне понравилось то, что вы стендап обсуждали, типа, и а, то, что мы самокопаемся больше, чем они. И я прям в этот момент. Я хотел... прям так по самокопаю. Да, не, не, я прям в этот момент хотел сказать, да это не в стендапе дело, это в личности дело. Типа Мадик не прям самокопанием занимается. Да, и вообще нет. Вообще ноль. Ну, нет, типа, просто прикол. И просто КВН как будто такой формат, знаешь, он, блин, он изначально подразумевает Ноль мысли. Ну, типа, нету какой-то прям мысли. Вот даже если посмотреть концерты сейчас, очень тяжело в таком формате, где много людей, типа, держать в драйве, засунуть какую-то гениальную мысль. Тогда это уже спектакль будет. И типа КВН уже не несет вот такого. Сразу он тебе говорит: да просто развлекайся. А стендап он тебе все равно как-то. Режиссер, сценарист в одном лице. Да, 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 да. Актер там. Ну, мне очень понравился подкаст. Но... Я, кстати, а вот этот подкаст и смотрел. Юмора, конечно. И единственное, вот я думал, я надеюсь, что Яркибулан ошибается. Я надеюсь. Насчет чего? А, насчет прожарки. А -а -а. А -а -а. Действительно, такое есть, что наши звезды думают, что они, блядь, я вот такой, меня нельзя оскорблять, мне нужно только комп ну, блядь, да. восхвалять и все. Я очень надеюсь, что среди нашего шоу-бизнеса есть люди самоиронии. Потому что мы собираемся запускать прожарку. Да. Вы черканите, если вам да. интересно. Потому что есть уже шорт-лист, но, возможно, вы, блядь. Но пока никто не соглашается, вот сколько кем ты писал. Не-не-не, есть там типа есть, президенты, да? да, которые согласились, и слава им богу. Но вот я думаю, что мы можем еще более медийный пул набрать. Потому что мне кажется, что все-таки есть вектор того, что некоторые артисты уже думают современно. Ну, не только на той думане все заканчивается. Давайте выходить в интернет и делать. Пиздатый контент. Слово пиздатый подходит. Потому что Очень интер... подходит. Потому что интернет это разрешает. Еще я знаю, как ты пишешь про жарку, поэтому это точно пиздатый. Еще я знаю, кто будет снимать про жарку, это точно пиздатый. А еще мне нравится, как Дамир Нурсиитов пишет про жарку. А, а, Дамир, вообще. Дамир, я, Дамир... я фанат той прожарки, которая еще тогда выходила. С Дамиром а. выходила. О, Дамир вообще мега талантливый тип. Вот в таких, да, штуках, которые mm -hmm. типа. А, Шутка в одну строку. Да, да, да. <связать> Я не знаю. Я их называю как болтами. Я говорю, он просто да, берет он и просто такой, болт. Бам, все. Я написал болт. <связать> вот бывает такое, когда ты начинаешь выступать, ты думаешь насчет первой шутки. Бля, у, мне кажется, у Дамера никогда такой вопрос не стоит. Любую шутку она идеально подходит для того, чтобы быть первой и сразу в цель и сразу понимаешь, что это за тип в серых трико, там <связать> <у которого связать> зрение минус 800, он смотрит так, как будто пытается тебя передвинуть. Но все прикольно, вот и он умеет это делать. Дамер, да. Uh -huh. У тебя классный проект Айпа Самая смешная шутка, которую он мне вкинул, он говорит, если обидеть Славу, он побежит жаловаться маме. Я вам что про подкаст с Даником и Ркиболом напомнил, потому что я не помню, если честно, они в кадре это говорили или не в кадре. В общем, они там живут же в отеле, и они старались такой, знаешь, прикол сделать, типа они борчики. Вот когда они ходили, они все время, они говорили, что живут в номерах постоянно, в номерах, либо в отдельных там залах. И нет, нет, выходят пообедать, поужинать в отеле в этом же, где проживают также другие команды, просто другие люди, ну, более люди какие-то глаза. И они выходили вдвоем вот так всегда, как, типа, что-то, ну, так, борчики такие, всегда борчики. Они говорят, два дня мы в этом образе продержались, говорят, потом сами просто в какой-то момент на кухне разорвались, когда вот ты это со шведского стола вот так накидываешь, типа, вот так в кладешь, в таком ключе. И... Я дома тоже так балдею иногда. Я дома бывает борчик, бывает чуть мамбет такой. Я, особенно, когда я выпью, бывает там, я прям в такой разгружаюсь. Иду mm -hmm. в бар и прям в бар, где поймут такое поведение. И прям разгружаюсь. И э, я обожаю этот момент смотреть на Алтенбека э, тоже. Потому что я как будто бы такой, ну. Э, я очень не хочу сейчас, чтобы меня неправильно поняли, но внутренний мамбет, он есть в людях. И во мне есть вот такой человек. И мне кажется, что на самом деле. Э, Алтенбек — это внутренний момент славы. Да, конечно. Это так? Но он со сверхзадачей, э, то, что э, хочет донести, что драться все-таки не надо. То есть он с, э, такой, ну, не он, просто горячий тип? Он горя... Да, он, 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 он горячий тип, но он понял, что не надо все-таки драться. То есть он, многие, вот, вот почему мне пишут угрозы, типа, что, типа, ты, ты зачем позоришь, типа, казахов? Они думают, что типа я всех представляю в этом виде. Да, как, вот как тейк с чеботковым, например, да, с акцентом. Типа это. Часть меня, это, типа, моя часть, которая иногда не принимает такие вещи, типа, на, к примеру, э, я ее до конца не искоренил еще, то есть это, и слава богу, что у меня появился этот образ, и я могу нивелировать некоторые ошибки в обществе, как, к примеру, с вчерашним типом, угу. не буду говорить имя, долбоеба кусок, где я тебя увижу, я дам тебе леща. Я тебе это обещаю. И скорее всего я не дам леща, потому что есть алтенбек И тебе типа, это сказал, чтобы он понял, что это я ему говорю. Mm. И есть алтенбек и я понимаю, что типа это часть, вот та, которая пацанская правда, какая-то, которая строится только на мускулинности, и типа прав тот, кто сильнее mm -hmm. физически. И если ты меня обидел, я тебя ударю очень сильно, сильно, сильно. Потому что если я тебя не ударю, ты же, ты же не поймешь, что я прав. А это не надо, оказывается. Я благодаря образу это понял. И это часть меня. Это не. Он говорит на... с акцентом, потому что я реально так говорил. Ну, побольше, ну, у меня был такой акцент. Я когда переехал в Москву, мне говорили, у тебя очень сильный акцент. Понятно, что я его утрирую, но у меня, у меня где-то есть ВКонтакте как раз-таки видео, где я на паре в медицинском колледже на первом курсе что-то рассказываю на микробиологии. И я такой, а, так у тебя сильный акцент. Потому что все мои друзья казахи, угу. все, что я изучал и все, что меня окружало, было на казахском языке, и типа это было неизбежно разговаривать не на том русском, который есть, типа он нету в русском языке выражения этого моя какая-то внутренняя боль, потому что Алтенбек, он считает, что он самый сильный боец в мире, и типа он все знает, и я действительно так думал всю свою жизнь, и я даже когда был при травме, я каждый день смотрел просто бои и думал, я буду развиваться ментально, я буду изучать приемы со словом ногой. То есть вот такой. И прикинь, ну, я ворвался в мир, где уже Какое UFC? Какое тренироваться? Иди работай. И, типа, эта боль со мной долго была, а этот персонаж мне помог ее прожить. И, типа, в итоге я смеюсь над тем, что я думаю, что я самый сильный. Клянусь, я, я прихожу в дартим, когда тренироваться, а -а -а. и я иду, я думаю, да я могу шавка трахмонова поймать на Кимуру, а потом пизды Получаю страшно вообще во всех парах, в которых стою, и думаю, что я ошибался, извините, и, пожалуйста, меня, я никогда больше так не буду А типы вообще просто угорали со мной и где-то ловили меня, я такой, а, я же не сам сильный, А помимо тренировок, бывает, жизни заднюю даешь, потому что, ну, на духе такого, типа, да я это осилю, я это сделаю ну, как в каких-то вещах или в конфликтах? Не, не в вещах, в вещах вообще не про конфликты. Mm -hmm. вот. в конфликте yeah. там как бы физически будет понятно, кто что как. Ну, а вот вот бывает в конфликтах я вообще понял, знаешь, что типа настоящий мужчина избегает драки всегда, но не убегает от нее. Как этот, как Колин Фаррелл, да, в «Джентльменах» тренера играл. Вот да, это, да, вот да, это да, 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 да. Вот это мужик прям. Типа зачем мне драться? Я, я я считаю, что это типа последнее, что надо. Но если mm -hmm. это касается моей семьи, моей любимой девушки. Детей, то извини, бля, мне придется Узу. вырвать тебе руку и сломать палец. Мне нравится, что буквально два абзаца назад ты сказал, я тебе пизды дам нахуй. Но, но я же сказал, что я не дам. Да. Это типа просто, чтобы... Но, бро, на всякий случай убегая из города. <сёк> жестко тупанул. Я-то не дам, но Алтенбек... Но, Алтенбек, Алтенбек сейчас тренируется. Он... У него моральные ориентиры другие. <сёк> ты что всем? думаешь, Алтенбек не пришел? <сёк> я, я, когда, я когда вот э, смотрю на выступления комиков, в том числе и девочек в, девочек. в девочек, кстати, легче читается. Не просто комиков, вот в целом вот как, как девушках, женщинах, женский пол легко разглядеть внутреннюю мамбетку. очень легко. Вот я вот в тебе, Мадер, не могу этого увидеть вообще внутреннего такого типа. вот я потому что ты у тебя всегда ты всегда выбираешь как встать, ты же еще ведущий параллельно, ты всегда выбираешь как себя подать. Я думаю, вот Мадик себя подает так всегда так аккуратно, талантливо. Но потом я уже долго с тобой знаком, понимаю, что ну ты просто вот такой. Я Просто думал, таких людей нет. Ну, как-то мне приятно, во-первых. Охуительно. <свист> <свист> это все равно не то. <свист> ну не то. да, но... Он даже когда да, пытается <свист> сделать... Я вчера пытался спародировать киву, вообще на уровне, блядь, просто организма это не получается. Я не знаю, ну, блин, вот как-то... Сформировались вкусы самого детства вот так, что мне нравится в этот вектор смотреть и как-то это само... Я бы очень сильно благодарен университету, несмотря на то, что... Вот как белый человек говорит, я благодарен университету там. Да, мне нравится, вот мне нравится, вот я не знаю, это вот речевые какие-то вот моменты, которые вот как-то органично у меня не получились. Органично пиздато, да, сказал? И вот там типа я машину называю автомобиль, там какие-то вещи, ну мне нравится, вот... Как-то так получилось. Кто-то ага. считает это манерностью, я так не считаю. Я надеюсь, это красноречие. Короче, мадик я... вот такой, все. Да, кайф, спасибо. Не манерный. Но мне не нравится, что я, например, вот это персонаж, это слава, это вот харизма и так далее. А -а -а. Вот мне, мне единственное, что говорят, вот там типа, блин, ты капец харизматичный. Блядь, просто чуть громче разговаривайте. Отвечаю, для меня харизма, это чуть-чуть погромче разговаривайте и все. Вы просто тихо разговариваете. Любой человек может быть харизматичным. Чуть-чуть, два -чуть, децибела и все, вы а -а -а. харизматичный. А, ну, я понимаю, что чисто визуально я там обычный, рандомный, дефолтный казах. У меня прическа казаха, как если бы Даник Султанбаев был бы здесь. У нас, блядь, одинаковые да, прически. Да, да. Мы оба ведущие примерно одного ценового диапазона. Нет, Даник дешевле точно. И очень много, вот просто про меня говорит: вот я дефолтный казах. Вот блядь, в Симсе вот создашь азиата, блядь, если есть варианты казах, вот я вот такой. Я надеюсь вот что-то в этом плане тоже делать. Мне нравится, что такой вот фидбэк пришел по мне, что я вот такой вот, вот такой вот. Но я не делаю это искусственно, я вот mm -hmm. просто вот такой. Да. Это моя органика. И слава богу, что я до сих пор живу в тостаке, надеюсь, там тоже кто-нибудь выцепит это. А я долго думал, ты притворяешься. Что? Таким, вот какой ты вот такой. Ну, я не понимаю, о чем Я просто действительно такой. Тур сгоняли вы. И по Европе. Но что-то это. Хавал в Макдональдсе все равно. Я думал, ты там будешь тоже там... Ну. Не, не, не. Мы ели всю вот эту вот еду европейскую, просто она мне не попала. Ну, не, в смысле, но не, не зашла не. в меня. Ну, я имею в виду, она зашла физически в меня. Но эмоции она мне не принесла таких, что, вау, как же вкусно. Честно тебе скажу, попивая пиво в Германии, типа немецкое пиво и так далее, я пью, и меня спрашивают, что, как тебе это пиво? Я такой, да, оно свежее, оно прям разговаривает со мной, настолько оно свежее. Да, обычное пиво. Везде говорил, что пиво крутое, но оно везде В одном месте в Праге, вот ты же в том же месте в рок-кафе, да, соседняя дверь, там только очень вкусно. А почему ты стесняешься сказать, что, ну, пиво и пиво, типа, что люди подумают, что зажрался? Блин, да, но они вот так вот, ну как? Ну как? Я такой, да, вообще я прям чувствую, гайморит проходит, прям левитирую немножко, становлюсь красивше. Ну, пиво и пиво, если честно. А в Европу, ну мы в разные, я уже вот в Esquire приходил с командой Айтпа, и я уже рассказал, по-моему, про Европу, у Славы. В нашем случае вот эта Европа, это вот было пробить дорожку, там типа казахстанских юнитов вот туда, в Европу. У нас поехало четыре человека, три из них выступающих. В дальнейшем поехала стендап потом вот Слава поехал. И сейчас еще будут ездить, ездить, и я думаю... Мы еще откроем какие-то новые страны. Кто ходил на ваши концерты? Орстарма, Хазахтарма. Орстар и Казахтар. Да? да, и Орстар и Казахтар все ходили, и я в шоке, что у меня были там зрители Алтенбека. То есть там были... Очень разношерстная публика. Есть и публика, которая ходит на местную движуху, потому что они, типа, знают русский язык, и им некуда ходить, и они ностальгируют по... Типа... И торгозы, и украинцы. Да, все да. ходили, да. все ходили. И э, очень много людей. Очень много людей, которые, типа, ходят на... Просто на русскоязычный стендап, кем бы ты ни был. Даже если ты там приедешь с именем Адильбек Мейрамов, ты соберешь определенную аудиторию, которая просто приходит, потому что они ценятся. Но Мадик не верит, Мадик смеется. Не, не, не я верю, я верю. <сё brand 'em> я, я, думаю, Адильбек лично напишет каждому зрителю и позовет. Я просто, это конкретный человек, это не так, он на <сёк> шару имя, фамилию сказал. Нет, <сёк> <сёк> это <сёк> очень перспективный комик. Шатаут Адильбек. Uh -huh. Можно бы по... Да, а, можно. Ну, расскажи, как ты в Прагу, вот первые два шага в Праге. А, смотри, я приезжаю в Прагу, а, я приезжаю из Берлина, потому что в Берлин, первый город был Берлин, но он был не со стендапом. Меня позвали на казахскую тусу а, прочитать трек. А, у Алтенбека есть а, три трека сейчас. Я правильно понимаю, ты приземляешься в Берлин, с тобой связываются местные казахи, и такие, давай вот Просто трек. Намного раньше. Сидим, да? в, в Астане у меня был концерт, и ко мне подошел организатор таких э, вечеринок, и он говорит: мы можем тебя пригласить, типа, вот э, на одну из вечеринок, чтобы ты просто вышел поздороваться. Я такой: Ну да. А потом я пишу менеджеру, говорю: скажи, я могу трек прочитать? А. Типа, у меня есть трек, который я могу. Казахша или у меня есть трек. И полностью на казахском. И я такой. Давай я трек прочитаю. Как раз я попробую, что такое, типа, вот в, в, в лайве выступать под плюс. И выступил э, все рассказал, вернее, спел, Или прочитал, как правильно, даже не знаю. И, короче, после Берлина еду в Прагу на поезде. Меня забирают оттуда сразу на машине. Мы подъезжаем э, на парковку. Я выхожу, и первое, что я слышу брат, сам Алек, можешь сфоткаться? Я такой, я вообще. — В Европе, что ли? — Либо такой, на Шевченко-Сейфулину, да? Ну, — да, есть... да, да, да. И я спрашиваю, типа, а ты на концерт? Я думал, он на концерт пришел. Он такой, у тебя концерт, что ли? Я такой, да, вот тут рядом заведение. О, где билеты взять? Я говорю, ну там, брат, на входе возьми. Он такой, все-все, я сейчас приду. И пошел за кентами, и с кентами пришел. И я такой, вау, как круто. Ну, у меня вообще о Праге впечатление, что как будто там одни казахи, потому что на вокзале, у меня есть про это шутка, я вышел, короче, я топографический кретин, mm -hmm. я, я, я всегда теряюсь, где бы я ни был, я не знаю, куда идти, и я выхожу из и поезда, и, иду к выходу какому-то, и думаю, а как мне выйти отсюда на парковку, на которую мне сказали, и я слышу, как кто-то смотрит видео в одной из кофе кофейни, вот такие будки там стоят, на улице. И я слышу, как кто-то смотрит видео. Э, Барион, иди рубить с барма. Я такой, что бы ты ни продавал, я иду к тебе. Я подхожу к нему, говорю, брат, салам алейкум. Он говорит, о, это ты что ли? Я говорю, брат, объясни, куда выйти. Он говорит, все, вот так иди туда, иди. Я говорю, ты сам что, откуда? Я стараюсь, брат, это такой, ладно, давай увидимся. Он говорит, жду нового Кимура. Я такой, все, от души, брат, спасибо. И, короче, у меня такое впечатление, что там одни казахи, и в основном это как будто СНГ. Первое время пытался там на английском с вами говорить, в Праге. Потом уже вообще чуть ли не на казахском я захожу, мне можно обменять евро. Да, и можно. Кайф, что там смотрит, кайф, что там движуха есть комьюнити, растет, да. движуха и вот люди приходят на концерты и посредством айтпа, Кимура там и так далее. Долго и вот... по времени э, тур был, находились вы там? А, в моем случае это было 11 дней и там буквально два дня выходных, по-моему, было в Праге, в остальные меня просто ты сразу ты вот Едешь в этот город, приезжаешь сразу на сцену. Uh -huh. Сразу uh -huh. мы двигались в моем, ну в нашем случае это вот как блядь, в Макдональдсе, понимаешь, там типа логистика невероятная, то есть все выстроено вот здесь шаг лишний там и так далее. У его по-моему, чуть более рокерский движ был. Три недели, три недели я был там. У меня были моменты, где день в день я приезжаю и выступаю, день в день я выступаю, но потом четыре дня я кайфую в Праге, потом четыре дня я кайфую в Амстердаме. Потом я два дня кайфую в Лейпциге. Вот я сейчас расскажу вам историю про различие нашего менталитета с европейским. У меня заканчивается концерт, и чекин мы сделали онлайн в гостинице. Mm -hmm. Там чекин до 11 ночи. Если ты не явился, все тебя не запустят. Мы приезжаем в 11.15. И нам человек выходит и говорит... Надо было оплатить онлайн до 11. Uh -huh. Мы говорим, у нас наличные, мы иностранцы, у нас нету, типа, где жить. И он говорит, не мои проблемы. Спокойно. Правило еще раз. А в Праге это... А в Лейпциге. Это в Лейпциге, да, было. Правильно, Лейпциг. Я сам... Я думаю, Лейпциг, братан. Не, Лейпциг. Меня раз-два поправили. Лейпциг. И, короче, вот, прикинь, нас не заселяют. Нету где жить. Мы находим другой отель, в который мы едем минут 20, приезжаем туда, и там распространенная штука, что есть отели без рецепции. Типа, ты забираешь ключ в почтовом а -а -а, ящике. У нас было такое: ты чувствуешь, что ты ванчартит, нахуй. Ты просто три этажа, потом какую то вот этот: э, э, находишь там сундук в да, этом сундуке листок пароль. с паролем, вводишь пароль. Забираешь ключ и идешь, и потом сдаешь. У тебя три жизни. На это <laughs> мы, мы находим эту штуку открываем ключ и, и там нету ключа прикинь и мы звоним спрашиваем почему нету ключа мы ругаемся и нам очень спокойно отвечает сегодня воскресенье никто не работает О -как. и в итоге нам негде жить прикинь нам мы со мной два типа на разогреве которые с праги приехали со мной в лайпцик нам негде жить, мы останавливаемся у корейской семьи. Вот парня, который нас встречал, он говорит, давайте у меня останемся. И я даже рад, что так получилось, потому что это семья из Тараза, О. которая перебралась туда вот очень давно, и они там выросли, но вайп абсолютно казахский. Казахский. Абсолютно. И такой был прикол, что мы сидим, что-то кушаем, и нам э, говорят: в этом доме все казахи. <laughs> Прикинь, четыре этажа и только один дом э, с, э, с немцами. Mm -hmm. Остальные все казахи, все здороваются Здравствуйте, Салам алейкум. <laughs> <laughs> вообще, ну просто. Я, я даже рад, что мы два дня провели там. Типа, нас везде поводили, мы сходили в баню. Очень круто нас приняли. Знаешь, вот казахское гостеприимство. И типа, вообще. Я я там соскучился по дому. Я такой, я домой хочу кажется. У них на стене висел огромные ог часы с Кини Сарханом. Ох, прикинь. Есть ощущение, что когда ты оказываешься за рубежом, ты такой. Патриот, прям патриот. Хочется флаг развеять. Фотай меня с флагом. Канад сразу, в казахстанцы, в Ирландии, что-то палят вот так. Все прям патриоты. Кельгенди такие все. Ну, был, да. А что, диссиндер, типа. Ну вот меня спрашивают, как Европа, я не могу ответить, типа, честно, что, оказывается, мне абсолютно поху на Европу. Я безумно уважаю людей, которые там живут, но лично мне это не подходит вообще не подходит. Как ты Амст... понял, что тебе не подходит? Слушай, а... во-первых, э... да я не знаю, все очень красиво, но я не чувствую себя дома. Прикинь, вот я не чувствую себя дома, хоть меня окружали все типа ребята, которые типа из Казахстана, вообще не чувствую себя дома. В Амстердаме понравилось, потому что по понятным причинам каналы да, и велосипеды, велосипеды, очень много каналов велосипедов, типы живут в частных домах, у них гараж выходит на канал и они садятся в лодку и едут на работу. Mm -hmm. Это же, бля, это, это что-то невероятное, потому что если у тебя в Казахстане есть лодка, ты либо депутат, либо егерь, других вариантов нет. Иногда во время дождя здесь лодка бы понадобилась сильно. очень сильно она нужна иногда, блядь, особенно на моих проверках материала. Потому что сейфуль на Очень много воды. Хотел сказать про то, что это как-то связано, братан, может быть, с тем, что, типа, здесь, находясь ты в Алматы, я просто знаю его жизнь, он здесь двигается, как в парфюмерии. Он там, типа, рукой там, люди сквиртуют и так далее. А там, в Европе, чуть более сдержано в плане медийности и в плане узнавания и так далее. Здесь ты вот любой, ну, зеленый свет. Да, Есть такое ощущение? Да, а, определенно да. Типа ощущение того, что я, оказывается, вообще не звезда, mm. ну, типа, я не популярный тип. Mm. А, ощущение того, что всем похуй на меня. Очень сильно. Не по-московски похуй, когда все в своем заебе, а действительно, ты кто? Mm -hmm. Вот типа в стендап-клубах, где я выступал, все такие, тут я прихожу в стендбай, все такие. Что хочешь, как хочешь, где хочешь, кого, как, все, э, енот нужен, принесем енота, выступи. У -у -у. Хочешь выступить 15 раз за день, выступи 15 раз за день, а там... Всем так клевать на меня. И вот это одна из причин. Вторая то, что я чувствую, что мы ментально разные абсолютно. Uh -huh. Потому что там а, все строго, четко, как надо. У нас все равно какая-то есть внутри штука обойти систему. Uh -huh. В метро, в Берлине ни разу не заплатил. Ни разу. Типы, которые со мной ездили, они такие. Почему ты так делаешь? Я такой: ну, да ты... даже я сейчас сижу, почему ты так делаешь? Ну так не проверял же никто. Ну, надо же платить. Ну, не проверял же никто. Бля, я жил с мыслью, я в Берлине, я, бля, чуть ли не три билета взял на всякий, потому что я думаю, если меня спалят, все, никогда в жизни ты в Европу не прилетишь. Вот это такой штамп, нахуй. Мы тебе в паспорт, бля, за то, что ты не заплатил 3 евро. Да, 3. Я Но вот мне, за это очень сильно боюсь. Мне, честно говоря, было лень идти и покупать билет. Вот честно скажу. Только поэтому. Не то, что мне 3 евро я сэкономил. Просто лень идти стоять в очереди, оплачивать евро. Вот так было мне. Я иногда удивляюсь, его линию. Это вот натуре. Отвечаю, вот он, он попадет к Дудю. Там все же такие, вот э, там этот, да, просыпался в 3, засыпал в два, 49. Я там ебашил. Мне хочется, чтобы алкейки Кимура к Дудю попал. Вот, вот это будет прям зрелище. Я не дрочу. Я... Эй, Юра, что за вопрос? Есть, знаешь, есть такое, да, вот так. Что <laughs> ты думаешь? Что я думал? Что это за акцент был у меня? Что я думал? <laughs> это мультивселенная кимуры. Есть, есть украинский кимура, есть наш, есть железный кимура один. Да, да. Я знаю, что я был в Лондоне и чуть ощутил на себе вот это британское лицемерие. Типа, есть вот, я там Назовем это повышение квалификации. Там два с половиной дня программа, все там четко прописано, чем занимать кто занимается и так далее. Потом полдня свободно. И вот у нас там твоя Жардай деньги, все равно как будто чуть такой на эмоции твои смотрят. Вот центральный азиатский менталитет, он такой, он эмоциональный. Mm -hmm. У нас, наверное, тоже, как у вот про узбеков, часто говорят, вот у него да, не значит да. Он у нас то же самое, тебе да, скажут, чтобы не обидеть так. Но это еще не означает, что вписываются в идею, там, прям да-да, ЖБ. У нас это еще надо обсудить, посмотреть это, чтобы вот же бы это было там и так далее. А там у них в Европе как будто есть вот коллективно-бессознательное что, так, мы живем по правилам, есть процедуры да. такие, и мы делаем это вот так. И с одной стороны мне это нравится, потому что ты убежден, что твой день, вот он расписан, и он, mm -hmm. ты почти знаешь, что он так и пройдет. Автобус приедет вовремя, ты окажешься в этом месте восток, это все вот так расписано, контролируемо, в принципе. И люди как будто все кажутся тебе нормальными, потому mm -hmm. что они они все, типа, погода сегодня, ливень. Ты такой, ливень, uh -huh. все. И вот мы таки, вдвоем такие, типа, и все. И внутри, когда ты работаешь, тоже, в основном, вот эта вот улыбочка американская еще. Это uh -huh. uh -huh. просто uh -huh. вот улыбка такая. How are they? How are they? How are they? How are they? Fine, 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 все. Она как будто, наоборот, из-за нее хорошо, потому что тебе в общем и целом кажется, что место яркое, нормальное, все тут работает как часики, люди улыбаются, все вот вроде нормально. А у нас, например, Жомасхашканда или куда-нибудь вот как, какого-нибудь вот высокопоставленного человека хмурым увидишь, а он может хмурый просто потому, что ему, как американцы британцы, улыбаться не научили. Все сразу на измене думают, на, у него настроения нету, что-то ему не нравится, что-то ему... А он же ничего не говорит. Он ну. просто хмурый, потому что, не знаю, там дома, там что-то может обувь не протерть. Такой думает, вот буду обувь протирать. Высокий, высокий чин об этом думает, бля, обувь протирать. Ну, мелочка, ногти не постриг, теперь носки жмет, типа... Фу, что за день такой, ага. и все думают сразу на измене, ай-ай-ай. И вот эта культура, как будто мне, наоборот, больше нравится. Хотя Задорнов ее всю жизнь высмеивал, что, а что он вот так вот улыбается? Вот, типа, вот. а по мне кажется, наоборот, типа, классно. Но, с другой стороны, нету, да, эмоционального вот это вот прикола. Такого, это, опять же, видишь, чтобы вам где выгулять там негде. Это из mm. разряда хорошо там, где нас нет. Типа там, mm. это, это, тебе кажется круто, а когда ты в это погружаешься, вот я погрузился вот в эти правила. И э, я по приезду из Лейпцига в Прагу э, сразу поехал на тренировку, потренировался и травмировал шею. Ну, типа у меня регулярная херня, что бывает э, грыжа дает о себе знать. И страшные боли, невероятные. И я говорю, где аптека, я хочу купить себе... Диклофенат, потому что остальное мне не поможет. Я не смог ничего себе купить без рецепта. Ничего. Я стою, мне плохо, я говорю, дайте, пожалуйста. Даже аспирин, по идее, да? Ну. No. No. В то время как здесь, да, бери бродикофинак, что ты хочешь, там цикламед, вот делай, там духи французские нужны тебе, есть это бритва серебро, нужно тебе, тут, тут просто да, она тебе легче. сама составит, составит э, перечень лекарств, которые тебя вылечат. Но прикинь, как тяжело, если ты вот с Европы и приехал сюда и что-то вот не прохавал, тоже mm -hmm. не знаешь, пришел на встречу вовремя. Человек не пришел, опоздал, ты думаешь, он меня не уважает, что... Да, ли... в 12 я даже не знаю, что в 12 мы начнем диалог в 12 там ну, должно около здания быть. Блин, я вот, да. я вот так, я не знаю, мне вот кажется, это не то, что искоренять, но вот это единственное, что мне не сильно нравится, вот этот стереотип о том, что мы опаздываем. Потому что таким образом, когда мы подкрепляем это вот прикольно и угу. подобное, мы вот подкрепляем его действительно. И оправдываем. Давайте будем приходить вовремя. Я не знаю, я вот опаздывая на минуту, я уже думаю, все, нахуй, блядь, там все, я теперь, теперь я должен человеку этому, у которого встреча. Поэтому я никогда типа не опаздываю. Но и при этом, да, мне действительно не нравится, когда ты приходишь на свадьбу в 6, потому что тебя позвали в 6, а ты приходишь, там, блядь, не все официанты пришли еще. Вот. Вот это мне не нравится. В целой массе ты вроде бы такой, как uh -huh. бы, вовремя приходишь, но как будто бы оно никому не да. надо вовремя приходить, все такие примерно понимают, ну, ца толстый да, обостола, чего мы там сейчас будем? Мне сначала не нравилось, а потом начало нравиться, потому что я начал заболевать там консультура То, что там людям настолько чуть-чуть похуй друг на друга. Да, потому да, что да, да, да. ты сморкаешь, ну, то есть люди сморкаются в общепите и всем нормально. Всем нормально. Я уже ближе к туру начал заболевать. И там, типа, относительно меня, ну, относительно меня, относительно, в принципе, сидит девушка красивая, относительно всех девушек, которых я видел, там, в Европе. И я делу комику говорю: сними на видео, действительно ли, потом, чтобы пересмотреть, действительно ли им плевать? И вот так, впритык: я сморкаюсь, все сделаю, смотрю на видео. У нее даже мышца не напряглась. И вообще. Знаешь, что я там сморкаюсь? Им просто ровно. Им нормально. Я такой, ну блин, вот такие моменты. Я шел по Берлину, гулял в центре, и передо мной дедушка в платье шел. Да, такая же тема. Кто ни разу не достал телефон? Всем плевать. И мне было стыдно достать телефон. Я очень хотел снять кружочек Мадику, отправить. Такая ну... же тема, братан. Сер... Э, центр Берлина, чувак проходит, на нем бисера, тьма, блядь, я не знаю, он только что с душа склеил и бисером себе хайлайтер, вот этот весь движ, он так одет, блядь, очень экстравагантно, ну, чуть ли не в мини. И я наблюдаю за всеми, всем плевать, и только наши два с делом лица вот так вот проводили его вплоть до метро, вот так, понимаешь? И всем нормально, я такой, ну, здесь, конечно, ты бы прожил секунд ну но, но это, наверное, из-за насмотренности. Вот даже сейчас в Алмате, когда ходишь, когда черный чувак идет, все равно твой взгляд такой типа, не игру ты но ты, но ты не стара стараешься не полиция, Ты стараешься, это нормально, тут их много, типа Я что буду внимание прямо обращать? Даже не замечу его. И вот просто мимо такой: Ну, как бы черный и черный. А у них, может, то же самое. Ну, может, взгляд пальцы, но там сразу, а что ты меня так шеймишь, что ты не привык, что ты и осуждение, наоборот, будет. То есть мы еще на этапе, когда цвет кожи у нас такой, типа, вот так чуть-чуть. А, там они уже чуть выше, у них цвет кожи пройдена, может быть, ориентация пройдена, и там чуть уже фриковато сидят, они такие делают вид, что... Да, нормально. Да, он просто идентифицирует себя как нос, поэтому, может быть, так сморкается, не буду на него обращать внимания, обидится. Ну вот, и, да и у нас в последнее время, вот как будто с ä, популяризацией кей-попа, в принципе, вот mm -hmm. много подростков начали самовыражаться таким образом, то есть там такого количества краски на волосах я не видел Давно. Раньше максимальная краска это было милирование, по-моему. Милирование, процентов. либо и совсем эмо. эмо. И да. эмо да. И Но эмо. они все умерли уже. Ну да. Ну, так. конечно, там аномальное количество шнурков на, на кедах, и э, да и ранеток больше нету. И охота ничего и, не сделает. Ну писали. и цель у них была такая. Ну вот. А думаешь, они умерли? Наверное, они а же какой они? Они в какой-то момент, наверное, ну все, это уже не модная субкультура. Мы пойдем куда-нибудь. В TikTok. В TikTok. Бип -хаус, тип. Да. Дерзкий Даниэль доработал да, 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 жизнь, да, да. он же Муж. Вот это обязательно, пожалуйста. Пожалуйста. Прикинь следующие тиктоки, листаем, Мадика вызывают на бой в рухфайтинг. И я тоже залетаю, прикинь, попы мама. Да пох, давайте попы, там тоже не В костюме, с лакированными туфлями. Как ведущий такой... Блин, ну, по-моему, меня вообще удивляет сильно. Я не могу это смотреть, блин. Вот я стараюсь оградить себя. Я считаю, что там должны профессионалы хуяриться. Mm -hmm. Особенно, во, видели вот эти бои, там, где из защиты это сена. Топ-дог. Топ-дог, они на кулаках. Я думаю, несколько раундов, как будто... Я вот когда первый раз включил, я такой... Типа до второго раунда дойдет, это же просто жесткая какая-то месиво же, какой-то. Один неудачный удар, в висок, и все. Да, да. А это все сбитые летчики, да, там выступают. Вот видишь, смотри, я тоже одно время относился к попам -мм Мэй и к кулачным боям как-то знаешь, типа, зачем это нужно? А потом, когда я понял, что это огромная площадка реализоваться спортсменам, которые не сбитые летчики, а по какой-то причине у них не получилось. Выстрелить, mm -hmm. и типа конкуренция настолько высокая, федерация тебя не пустила, или шо, еще что-то могло случиться mm -hmm. И они идут туда и зарабатывают намного больше, чем они могли зарабатывать При этом они и тренируются дальше, и реализуются как спортсмены Яркий пример вообще для меня, типа это Тимур Никулин, который меня вообще переубедил в плане поп мэй И что это? Тимур Никулин, это, если вы не знаете, это боец MMA, угу. И чемпион нескольких организаций, типа fighting э, э, хардкор и кажется, э, он уже и рух файтинга чемпион. Угу. Я, я точно не знаю, но возможно, уже да. Он э, тип, который был со мной в Москве в одном клубе. Он работал там официантом, и он каждый день тренировался в 7 утра, а работал до часу ночи. И клянусь вам, никто то вообще не мог представить, что он реализуется в итоге как боксер. Никто в это не верил. Даже я, при всем его уважении, я думал, Тимур, типа, братан, ты кажется делаешь что-то не то. Uh -huh. А он сам иногда охуевал от того, что он делает. Но он такой, мне надо делать шоу, сейчас я буду выглядеть долбоебом, но потом они меня полюбят. Типа, я их заставлю себя полюбить. Сработало. Сработало. Он сейчас зарабатывает. Крутые бабки, он... Родителям построил дом, uh -huh. он э, регулярно катается, регулярно что-то делает и тренируется до сих пор. И самое главное, он прогрессирует как спортсмен. И типа меня это радует. У типа базы никакой не было. Он горел быть профессионалом. И эта площадка хардкор, ему такой буст огромный дала. И в итоге у него сейчас будет там, главный бой вечера опять с Зелимханом-пулеметчиком. Селимхан-пулеметчик Блин, я бы посмотрел по мама Там, где вот реально, знаешь, там, типа Сверхзвезды, знаешь, там, типа Я иногда смотрю, мне попадается, я такой А я не знал, что ты звезда, оказывается Там, типа, что ты вот из шоу Тиктокер, да, какой-то Да, оказывается, там, ты тиктокер, там, я бы посмотрел Типа Ершов какой-то, да, кто такой Я даже вот не понимаю Вот Вот он с будет драться С Да, Александром А вес хоть одинаковый? Нет, вообще абсолютно разные весовые категории Тоже, вот, ну тогда давайте, я не знаю и Манбек против Розермбая войнут. ну типа. Да, ну это... Если оказывается вот так, ну. Ну на то и, и представка поп. Ну NMA. А вот ты же подходишь под вообще. Да. За сколько выйдешь по разам с, а, не а знаю, это... с Дальнером? А, вообще тигр. не а, за сколько, потому что для меня а, типа единоборство это какая-то священная штука, которую я я много раз планировал это сделать, честно Выйти говоря. Выйти на попу. Конечно, У -у -у. да. Много раз планировал, но когда честно с собой разговаривал, я понимал, что для меня единоборство несовместимы с хайпом таким. А, типа это ни в коем случае не камень в огород ребят, которые реализовались. Я, просто конкретно для меня это какая-то штука, которая неприемлема. Uh -huh. Для меня единоборство такая вещь, которая дарит мне какую-то философию, и использовать ее ради хайпа я бы не хотел. Типа мне перед самим собой как-то неудобно uh -huh. становится, что я это бустану ради хайпа, и, используя и с кем-то подерусь, вот э, с типом, у которого нет такой базы. У меня есть база, и типа, если я начну нормально тренироваться, входить в режим, я в любом случае буду иметь какое-то преимущество. Потому что я очень много выступал, типа, до того, как да, начал да. заниматься стендапом, и я жил с жизнью на сборах, я знаю, что такое быть в нокауте, я знаю что такое там спарринговаться с мастером спорта международного класса, и поэтому я не смог для себя это оправдать, и если я, допустим, вот мы недавно это обсуждали с Женей Чебатком, мы сидели в гримерке, и он говорит, точно ли тебе надо вообще драться? Я потому что хотел подраться в профессиональной лиге. Найза э, FC они э, и директор э, Нурбек Карабала, и матчмейкер они мне говорят: мы всегда открыты к тебе. Если захочешь подраться, просто приходи и скажи. Потому что э, э, Нурбек Ага кажется, он, он знает эту штуку, что она внутри, она все, все равно есть. Мне угу. хочется подраться. Иногда мне очень хочется подраться. Но потом я, получаю, от э, Тимура Пизды в э, Дартиме. Э, очень быстро устаю, и я понимаю, что это очень долгий путь. И в итоге-то я не хочу все-таки драться. Это какая-то детская травма внутри меня. Но если, допустим, я захочу подраться и все-таки решусь, это будет, скорее всего, на FC. Угу. Типа, это будет профессиональная лига. А, ну что... вот там, там не блогеры. А, там не блогеры. Во -во -во -во. Там, там можно подраться с каким-то блогером, но типа там не будет такой штуки. Не, типа голых кулаков там нет, не будет. Нет, там не, будет. не будет. Там, uh, где вот uh, знаешь, одна дня. привязана, там, типа, трое не, на одного быть, это только, только локтями. Я думаю, да, они уже на натуре Mortal Kombat делают. Да. У -у -у. Я точно вы, буду выступать сейчас по джиу-джитсу. Вот. Все это У -у -у. точно. Это не так травмоопасно. И мне очень нравится этот вид спорта. — А если был бы там кто-то в медийной сфере, которому ты испытываешь эмоции. Не самые приятные. Типа, прям конфликт был бы, если бы он меня вызвал. Да. Надо смотреть на ситуацию. Потому что если бы он не смог со мной решить вот так, это единственный, наверное, вариант. Ну, тоже, вот видишь, я не могу сказать. Надо прям в этом моменте быть. Я бы глянул на трешток, просто вот ты так раскидал. А я бы не разговаривал даже. Я бы даже не пришел на пресс-конференцию, я бы не записывал сториз. Дата боя. Uh, взвешивание, все. А песня какая была бы у тебя, когда ты выходил? Mm -hmm. Наверное... нужно правильно Тут надо правильно ответить. Наверное, «Mami's back». Танцуй! Тейк такой. Вот вы велосипеды, каналы Голландия, Дегенде, Амстердам, Нидерланды, Дегенде. Я знаю пару предпринимателей, которые делают носки, которые делают крем из конопли. И mm. они очень ждут дня, когда это все легализуется. Они. Эм, это, наверное, вот как в фильме Джентльмены. У них уже все рассада, все есть, уже все так готово. Но ну, понятно, что они из этого делают потом уже там носки, платочки, там крем. Но они вот для, это они делают, для они на этом не зарабатывают толком. Угу. Они ждут, когда вот это все придет, чтобы вот вот если придет, мы такие короли будем вообще. И слышал, что есть разговоры такие в Казахстане, чтобы это все легализовать. Но пока так типа вообще непонятно. А вы об этом поводу, вы по этому поводу задумывались? Конечно, задумывался. Хорошо ли это будет, плохо hmm. это будет? Да, вот гадать хорошо, это плохо будет непонятно. Ну, типа плохо что будет? Вот, допустим, давайте представим, что завтра только в Алмате, допустим, как в Штатах, в одном городе легализовали полностью э, марихуану. Uh -huh. Что плохого в этом? Будет? Что плохого? Но Все будут объебаны на работе. Это плохо? Непонятно. Я это думаю, зависит, вот видишь, да. это зависит. Вот Тукаев как-то сказал про какую-то проблему, что типа тут проблема не в системе, а в сознании людей. Готовы ли мы все это легализовать? Вот я думал об этом. Вот, например, Новая Зеландия, да, там, там вообще ну, ряд стран, Уругвай, там, где легалайз, э, и от того, что это, это уже не запретный плод. Нет mm -hmm. такого ажиотажа. В Голландии mm -hmm. там тоже нормально, да, все? Да, ну типа там все осознанно Всем... этим да. занимаются. Mm -hmm. Есть у меня ощущение, что здесь первое время осознанности никакой не будет. Тут такой погнали. С, вот... с утра да, назад, да, да, да. У да, меня да. глаукома как раз-таки. И, и пог... Ну, вот по такой момент будет. Я думаю, при правильной, наверное, культуре потребления или mm -hmm. чтобы это не превращалось в какие-то там дырки в бутылках. Mm -hmm. и... Да, ну как-то это странно мне кажется, вот типа... Мне кажется, если сделают Декриминализацию mm. и типа определенные места, где это можно делать, это это очень снизит многие вещи с химическими вещами. То есть много. А что является бичом сейчас? Би бич общества определенный и типа когда мы что-то разрешим в определенных местах, мне кажется, это поспособствует все-таки. Да, и вот вот. Так жалко людей, которые вот из-за этого Бича общества. Из Пожалуйста, никогда не вообще. ныряйте в эту херню. Не пробуйте ничего вообще. Вообще не надо пробовать. Многие, наверное, думают, что там э, около творческой вообще, в принципе, творческая среда, держится на, всегда на этом, Я на задавал этом вопрос, допинге. как раз таки, Даниэру и говорю, курите, когда шутки пишете. Ну. Вот, честно признались. Мы, говорит, курили, пробовали, писали, говорит, да. смешно оказалось. На утро, говорит, смотришь, что за дичь вообще. Да, так, всегда так? Да, всегда Вы всегда тоже так. пробовали так? Не, я не пробовал никогда. Я пробовал в Амстердаме. В Амстердаме пробовал ку да, курить и писать шутки. Ноль чего-то да, смешного. Конечно. Есть какая-нибудь шутка, даже если не смешная, э -э вот сейчас, может, вспомнишь, которая пришла тебе по Да, у меня есть прям блог про и... это. Я вот, э -э я не знаю, слышно нет, вот я думал, мне поможет это придумать шутки, потому что некоторые мои друзья придумывают под этим шутки. Один выступал до, один будет после. И я попробовал, что-то написал, проснулся утром, зашел в заметки, и все, что было написано у меня в заметках, это вот у нас же два глаза. Так. А видим же, как будто одним. Вот эта полоса где, блядь? вот эта полоса. Это все, что выдумал мой мозг, оказывается, в этом состоянии. И все, я тогда понял, да, не, ну типа это вот туда куда-то в сто процентов да развлекалово да. отвлечение от чего-то проживание каких-то эмоций понимание себя но точно не для работы и и для развлекалого есть куда более приятные вещи как спорт, это не пропаганда например, спорт лучший наркотик вообще я я сейчас это не популизм это действительно спорт настоящий спорт мы занимаемся спортом и вам советуем да после марихуаны ты в любом случае на ну типа ты будешь испытывать некую дофаминовую яму. Ну, угу. типа, это как ни крути, это будет. Если чем дольше ты это делаешь, тем больше она будет. Да. И спорт это единственный вид деятельности, который тебе дает дофамин в таком размере, чтобы ощутить себя счастливым на весь день. Угу. И при этом ты укрепляешь свое здоровье и продолжаешь свою жизнь. Не профессиональный спорт. Мы не говорим про а, спорт высоких достижений. Не надо, вот завтра вы вот, посмотрели Хорошо. выпуск ⁇ Все нахуй, Iron Man, бля. Да, не, не надо. Ну, типа, это, 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 это спорт высоких достижений. Там надо понимать, что они становятся э, типами, которые готовы ставить на кон здоровье. Э, мы говорим просто про, ну, если это можно назвать, физкультура. Просто... Прививай какие-то правильные привычки ходить днем, ходить утром, 10 тысяч шагов ты делаешь, без да. наушника, без ничего, ты уже свой разум немного успокоил. Просто ходить на джиу-джитсу, любительская группа, ты будешь вообще невероятно счастлив после тренировки, потому что ты учишь какой-то прием, потом он у тебя получается и дофаминовая система такая, «На, держи! ты чего-то добился. От в этой откуда жизни? прикол, кстати, с джиу-джитсу? Потому что я наблюдал, Марк Цукерберг там что-то пошел медальку-то взял, джиу-джитсу записался. Том пошел, Том Харди пошел. Они же не дзюдоисты, никто не был. Вот это... смотри, джиу-джитсу это изометрический вид спорта, который э, позволяет любому человеку освоить его. Типа порог вхождения минимальный, mm -hmm. минимально травмоопасен. Это понятно, все индивидуально зависит, типа, как вы зарубаетесь. Но сама философия и культура, она таким образом тебя забирает, что ты э, чувствуешь себя спортсменом, даже будучи вообще не занимавшимся, mm -hmm. потихоньку, потихоньку втягиваешься и в итоге становишься реально хорошим топовым спортсменом. И там система соревновательная, она так разбита, что даже если ты Цукерберг, который никогда ничего не делал, ты будешь бороться с таким же цупер... Цукербергом. Цукербергом Я думал о том, что вот я, я вообще в спорт пошел, мне не нравится, не нравилось длительное время там, типа, железяки, вот этот вот движ. Мне нравится соревновательный характер, футбол, там, баскет и так далее. Но я посмотрел там интервью, определенные моменты в жизни происходили, в котором в интервью сказал: типа, хорошие у тебя эмоции, плохие эмоции, просто иди в зал. Просто иди в зал, там можно прожить любые эмоции. Я понял, что даже если мне классно, не, не классно, я иду иди туда, в зал... как меню я ну, типа, займусь чем-то полезным. Вы, если вы шароебите где-то, вы можете шароебить в местах, где э, более продуктивно можно это провести. А, я помню 10 правил Билл Гейтса. Uh -huh. э, Билл Гейтс, человек со 120 миллиардами долларов. И первый пункт был «каждое утро пей воду», второй пункт «делай 10 тысяч шагов». Там еще было восемь, но я их не читал. Первые два устроили. Мне вот от 120 миллиардов вот именно два. Вот эти 30% меня более чем устроят. И я решил, что 10 тысяч шагов. Ты мне как-то говорил о том, что просто по 40 минут в день ходи. Да. В целом, хуйня же. Ну, типа, припаркуйся чуть подальше от места, где вот ты собираешься. Здесь а подыши воздухом. Пройдись по арбату, если ты салматы. Еще и... очень важно, без Шика. наушников ходить. Вот это я не понял. Прикол. М -м, короче, когда ты в наушниках, ты все равно в потоке мыслей и типа ассоциативный ряд у тебя на музыку реагирует, и ты, ты что-то представляешь. А когда ты начинаешь без наушников это делать, м -м, твой разум успокаивается. Угу. И к концу вот этих 10 тысяч шагов ты такой. А, не все так плохо. Uh -huh. Вот это лично у меня, я это заметил Что я жить не мог без наушников А потом где-то у Маргулана услышал, что Делайте пешие прогулки без музыки И uh -huh. я такой, ты что, мне Америку, думаешь, открыл? Ты что, я в спорте уже очень давно А uh -huh. как ты в бизнесе? Я тут акула И иду без наушников и такой Действительно Типа этот голос, который меня ругает Я его только что успокоил Спорт кайф да, потому что мы заложники вообще биохимических процессов, которые внутри нас творятся. И типа даже тот голос, который внутри тебя появляется и ругает, это следствие химических реакций и гормонов, которые являются проводниками вот этих плохих эмоций, которые ты потом на себя накидываешь и ходишь и думаешь, я хуёвый. Да ты не хуёвый. Просто Соберись немного, помедитируй, позанимайся спортом, и ты все поймешь. Да и все ты спорт это... можешь подобрать вот себе подходящий. Любой вообще абсолютно Скейтбординг это спорт. Да. А... Брейкданс это спорт. Шахматы это спорт. Керлинг. Стреля... Я бахую спорт. Стрелять из лука тоже спорт. Тоже спорт. Все все спорт. спорт. Вот тут, слова, видно, спортом занимался. Даже на Макгрегора, как будто похож. Там, а... там я занимался бодибилдингом. — О, прям пф, плотный, да, смотри. — я там плотненький прям, прям на режиме ты. Пять да. раз хавал. — А Мадик здесь почему-то выглядит старее, чем сейчас. Да, — Да-да-да, натуре. Там я такой рафинированный, взорвался. я да. там рафинированный КВНчик, который вот сейчас прям в микрофон... — Объявит, возьмите, пожалуйста, нас на первый канал, я хочу на А Слава, вот, да, фейс-контрольщик в синем фантомасе. — Почему в синий фантомасе кстати, да, у любили ходить? Вот, ну, есть До вот... сих пор, не знаю, там ни разу не был. Ну вот как-то есть же вот бары, да, в Алматы по направленностям, там, типа, куда-то По интересам кем то да. Неоновый какой-то, видишь, вот эти люди, которые, челюги у них там в разные стороны. заходишь, там только стендап проходит. Да, да, да. Стендап, Кабамбай Батыра 71. Напротив Коко находится, где у меня будет 20 мая стендап-соль. Да, обязательно, Келеверный Скляк. Это дом для стендапа, на самом деле, ребята. Господи, Большие мы молодцы, как которые они строят. Ты там. бы знал, мы просто идем по Арбату с ним, угу. пьем кофе, идем и такие... Мы идем сейчас в стендап-клуб. Клуб. Клуб, где два зала, где у нас солдаты сейчас. И мы идем и в Алмате, и он такой, а ты мог представить 4 года назад, что так будет? Когда мы в Кимэйпе выступали на фоне yeah. какого-то плаката, который до этого не убрали да, который был бизнес форум до нас, да, а да, они да. не успели убрать мы такие заебись декорации. Давай здесь выступим. Момент, когда вот билет стоил 500 тенге, я помню первый билет, мы троем поехали отвозить человеку, он нам набрал и сказал, я возьму два билета. Мы такие классно, они говорят, где брать, мы говорим там-то там-то, она говорит, блин, я не смогу подъехать, и мы такие троем просто три комика, которые будут выступать в этот вечер, мы такие, ну пойдем отвезем, и мы ехали, отвозили три билета. Сейчас вот благодаря клубу, благодаря нескольким клубам на самом деле и комикам, которые вот начинают работать, конкуренция, спрос, есть на комедию, есть возможность вот так вот выступать, и все это гуляем по Арбату, sold out и все это вторник. Это в... Прекрасно. Раньше это был, бля, вторник, это классный час, бля. Сейчас прикольно. Пусть будет. Это только спорт. Комедия тоже спорт. Да. И стендап-клуб возвращаемся сюда вы бы же были в гостях по отдельности на да. Square подкасте mm -hmm. а, правила жизни оставляли помните которые вы вы говорили я не помню давай а, новые не я помню я ты вспомню. вспомнил да, да я конечно помню. разделяет а, есть две правды в жизни разделяет то что ты чувствуешь и то что происходит на самом деле то что ты чувствуешь реально правда но есть и вторая правда то что происходит на самом деле типа это я тогда говорю а сейчас бы ты что добавил сейчас бы я добавил Делай э, то, что ты хочешь просто делать. Как сказал бы, я сейчас такую штуку скажу, очень тривиальную, угу. типа как бизнес-тренер. Но все вот типа, так что. То, что любишь, то и делай. Да, все опять же в то и упирается. То, что все на самом деле очень просто. Еко косу, еко. Все очень просто. Делай то, что тебе нравится, и жизнь сама все даст тебе в дорогу. Ты будешь просто это делать, и все будет складываться таким образом, которым должно складываться. Какой бы ни был результат, это результат, который нужен тебе. Опыт — это самый большой твой учитель. Делай то, что нравится, делай, как велит сердце, никого не слушай, рамок вообще никаких не существует, творчество, спорт и никаких наркотиков. Вот Все оно. люди, если среди ваших есть э, друзей, есть люди, которые в 3 часа ночи просят вас скинуть, очень, очень просят скинуть 20 тысяч тенге. Не скидывайте. Не скидывайте им 20 тысяч. Это твое правило жизни. Да. Да. А вот самое лучшее выступление. Ой, самое худшее выступление это выступление, которого не было. Поэтому просто пробуйте. Ты как к тренировкам относишься? по идее, Конечно. прям к этому. Психология комика ну? и психология спортсмена они очень близки. Это еще Сайнфилд говорил где-то на подкасте. Потому что изо дня в день ты делаешь одно и то же, переделываешь это и, и ждешь mm -hmm. результата, который тебя удовлетворит. Да, это самый низменный, вообще, по-моему, алгоритм жизни. Потому что да? чтобы узнать, что вот этот кабель с током нельзя кушать, был человек, который попробовал Скушал, кабель да, с током да, и да. умер. Знаешь, почему теперь в стану не с зонтом в ручную кладь. Почему? Потому что мы пошли зонтом <su Deadpool> в ручную кладь, бортпроводница открыла зонт, и зонт вот ровно вот это металлическим наконечником упал на женщину, которая, ну, очень следит за собой, там по лицу видно. Ага. И вот сюда попал, вот ага. сюда. Это был ваш зонтик? И рассек. Да, это был наш зонтик. Вот. Теперь Gloria. Да, теперь в расстану, нельзя... Вы а, меняете правила. Наручную, Вы хватит. повлияли <с да, <с <с на огромную компанию. Кстати, компанию. по поводу того, что психология артиста, ну вот именно комика и психология спортсмена близки, еще м -м, пример приведу, что Олимпийские игры, да, угу. а, твой пик а, к Олимпийским играм может шатнуться в секунду, и ты выйдешь уже не в пике, и ты можешь проебать, потому угу. что это случилось, и ты не смог с этим справиться плохое выступление у тебя может быть в любой момент. В ага. любой момент может произойти то, что ты не ожидал никогда: исцепление, ноль. И ты, если ты сдаешься и умираешь на сцене, ты проиграл. Все. Как, да, как в Олимпиаде. Ты такой: мне надо ждать следующий большой концерт. Упал, упал духом. Да. Все, а да, бывает нет. такое, что ты Понимаешь, что ты не цепляешься, но, будучи опытным типом, ты такой: вот у меня столько инструментов, сейчас мы будем разбираться. Поехали, я за вас зацеплюсь каким-то образом. Я понимаю, что это будет не та реакция, которая у меня была вчера, где я был просто, не знаю, полубогом каким-то. Люди вставали, аплодировали, а потом ты приехал, покушал перед выступлением, вышел, и просто не можешь с этим справиться, потому что нельзя выступать сытым. И я это понял на примере. Mm -hmm. Никогда Ник не думал. Никогда вставил. не думал, что тебя это. Этот... Попробуй похавать баранину, утку и хлеб. Все, не заряженно выходишь. Тебе да. ничего не надо. Вообще -то... ты, ты реально, на расслабоне. Ты реально, но... У меня есть теория, почему Чумкенский на расслабоне. <свят> а -а 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 -а. Ты с утреца плотно похал, все, ты выиграл жизнь. <свят> да? Тебе день удался. Что тебе еще надо? Ну да. Да, надеюсь, вы плотно похавали. Оставьте комментарии. Возможно, вы кушали, когда смотрели, или да, или до сих пор когда смотрите. Смотрите Кимура Шоу, ждите новые выпуски и второй сезон. Uh, а мы еще к другим новостям, потому что сезон пикников уже в самом разгаре. Тепло, классно, везде солнышко, и пусть будет музыка. И 10 июня уже в Алматы состоится большой, грандиозный, масштабный, семейный, классный, культурный ивент Esquire Picnic, где хедлайнерами будут Золото, Доус, Лили, The Queen и многие другие. И мы с ребятами переходим к рубрике «Ваши комментарии», где мы зачитаем комментарии с выпуска с Талгатом и Назимом. Ребята выберут самый лучший комментарий, mm -hmm. который более-менее... Оставился у вас сердечко, может набор спровоцировал на что-то. Uh -huh. И э, победителю, которого вы выберете, мы подарим два билета на Square пикник. если вы в Алматы. Если вы не в Алматы, мы подарим вам футболку от... Э, редакции Esquire. Что, готовы? Да. Александр Минин пишет. Иногда гостей на подкасте знать не знаю, но все равно смотрю на одном дыхании. Я стараюсь поддерживать отечественного производителя, так сказать. А вы, собственно, и открываете для меня интересных людей в сегменте Кастуба. Да и, впрочем, не только Кастуба. Вообще, в целом, удивительно, сколько у нас в стране талантливых людей. Алга Казахстан. Алга Казахстан. Претендент. Да, да, да. Патриот Тисн. Шунчик написал. Я обычно включаю ютубчик, чтобы уснуть, но этот подкаст зацепил. Вы включаете подкасты, чтобы уснуть? Кон... Не, я в последнее время включаю просто книги какие-то, типа... Аудио. Картоли, Роберт Адамс, которые очень успокаивают меня. Я люб любой контент включаю, главное таймер ставить, знаете, функцию <laughs> остановить. Михаил Дейферт, э, комик стендап. Он включает всегда политическую хуйню. Как про это засыпать, да? Я не это? знаю, он засыпает под эту хуйню, где Шульман рассказывает, да, что да. пизда всему придет скоро. Экономика России. Да, он, да. он засыпает и радуется. Надо Можно на парах спалать, Это напоминает ему преподавательницу, которая вот Самое главное ставить таймер, потому что спаешь, просыпаешься. Куда делся рэпер Питбуль? Вот такие ролики. Я под такие ролики засыпаю. Ну, претендент. Пишет Нурик ПВЛ: Мне нравится Esquire подкаст наравне за Мандасом, так что вам респект. И вот так поставил. Наравне за Мандасом. Получается, он за Мандас уже ставил выше и такой. Ну вы наравне за Мандасом. <звы> <звы> Поэтому... а, ну что, ну да. Ну, это Кана подарит тебе футболку, брат. У Кана много футболок. Ой, очень много. Да, он же мерч сделал вообще. Да, Классный Так, ладно. Мерч. После Ренат... Тренировки может Запахом. Ренат Юсупов досмотрел до конца крутой выпуск в скобках Дальнобойщик. А-а-а, Ну окей, да. Он дальнобойщик. Видимо. Видимо, Ренат Юсупов дальнобойщик. И вот ты в дальнобой включаешь и спаль, и палишь, да, подкаст. Но мне кажется, это самое идеальное, как будто место. Ну да, ну находятся же вот э, в принципе водители, которые вместо того, чтобы смотреть какой-то контент, созваниваются с кем-то по видеосвязи. Вот так вот. Да, я Slow вообще видно. не понимаю этот, кон, этот уровень контента. Ну, вот вы, получается, тот подкаст, точнее, на уровне видеосвязи с родственником. То есть он увидел вас родственную душу. Да. И он на работе это делает. Да, на работе. На сложные работы. Такие работе. только два человека, либо дальнобойщик, либо охранник. Либо охранник. Да. С 9 до 6 смотреть YouTube. О, The Molly. Кид ББ написала. Девушка, не умею вводить денежное состояние 700 тысяч в кредит. Смотрю внимательно, как буду покупать машину в скором времени. Я думаю, человеку нужен билет на Esquire. Очень Пикник. сильно. Пикник. Да. Мой голос сразу отдается девушке, у которой... 700 тысяч кредит. В кредит. Конечно. Что, ты тоже свою отдаешь? Я... Ну, она у меня топ-1 становится сейчас. Пока угу. что да, да окей, да, да. пока что. Окей, okay, жахсо. Вдруг Иль... там есть кто-то, у кого Каспирет на донер. <laughs> Блин, <laughs> это легенда. <laughs> <laughs> Каспирет на донер. <laughs> И, э, Ильяс Исабеков, не знаю, за... казахша сюлеп бастасандар булат Неде. Вот так пишет. Джарайт, керек Булса сулелымс. Булт, ты проиграл. Нурсултан Дарханов, не дед Чазад. Жеку Фэтбелли, позовите, интересный тип. Вот недавно был как раз у ребят угу. на Кимура шоу, принес ширму, ширму, как колян, Жека да, красавчик. Да, Жека. Он, он принимает все правила игры. Вайпа, да. он такой. Вот то, что мы хотели от него, он этот в Кимуре, он такой, который вот как очень раз органичный тип. вообще насмотренный. Поэтому... Я очень хочу с ним какой-то проект, не на зрителей, а именно знаешь, как со, с актером поработать. Uh -huh. Блин, мне кажется, мы с ним вообще бы сработались классно. Как комедийным именно актером. Uh -huh. Жека, брат, давай напишем сериал какой-нибудь. Сейчас Дамер Нурситов не курит вот после выпуска White Power, потому что они поспорили, если год продержится. Я в шоке с Дамера, что он не то курит. Жека вы, с, о, снимется в его скетче, поэтому актерский да. Жека... Скетч на год не курить? Да, да, да. Ну, я тоже, тоже считаю Дамера. Мы Даймер. тоже считаем, что Дамер сделал какую-то. Нет. Вообще, на уровне переговоров он ошибся сильно. Жека вск... худел ради машины. А да. у вот скетча достаточно. Ну, это все? Это все. Это все. Для меня number one все-таки... 700 тысяч за кредит. 700 тысяч тогда. за кредит. Девушка... И машину будет выбирать, что-то думать. Как раз, может быть, и Талгата, и Тайва встретить там, да? На Эскваре, в Алмате. Вдохновиться что-то, увидеть, пообщайтесь. Подойдите, спросить, можно на 700 тысяч тоже можно машину какую-то, прям электрокар какой-нибудь. Да. От, э, от Type-C. Да. Может, такие есть уже. Вот такие чехлы же существуют. Ты видел, да? Че? Покажи. У него иногда светится чехол сильно. Это телефон такой. Да. А, да. Да. Окей, сейчас, подожди. Так, девушку надо определить. Так, что ж, Молики ДББ. Поздравляем вас. Обязательно напишите Моли — это Мольдер. Вот, вот, смотри. Серьезно? Смотри.